Народ, все, здорово. Всем здрасте. Да, с вами этот самый, да. Было стримов год уже, как. В очередной раз говорим вам об этом. Павел, оправдывайся. Сделай меня поменьше, что я здоровый там такой. И себя, или у тебя сцена пока такая. Сцена. А то ты это как он сделал. Так, всем здрасте, да, всем добрый вечер, субботы, 2 декабря, со вторым днем зимы всех. Вот, перед эфиром полтора часа мы настраивали мой хромогей, вот, в итоге все настроили, в итоге с двумя хромогеями, один поверх другого получился. Да. Короче... ну как, 2 недели назад был господин Бороданте, вот, так что с этим все в порядке, запись стрима есть. Вот. Да, 2 недели. Да, 2 недели, наверное. Ага. Не знаю. Вот. Ну, в принципе, да. Ты вообще хотел добить его? Кого? Бороданте. Я-то думал, мы нормальный, как возьмем там... на той же неделе, как постримим. Ну вот как-то вышло как-то, ну так, пока не удалось. Вот, но... Случился Паша момент, да? Случилось, да, как обычно все у нас случается. Так, все у нас везде идти. Сейчас быстренько по площадочкам промежимся, так сказать. Twitch, ВКонтакте, Good Game, YouTube, Рутуб, соответственно, и ВК Play Live петушиной. Не знаю зачем, но он все-таки там сегодня будет присутствовать. Ой. Вот, у меня там почему-то периодически черный экран вылезает. Вот, ну да хуй бы с ним, как говорится. Год назад... Практически, там, чуть больше, какого-то там октября. Да. Был 4-й стрим с Sleeping Dogs. Да. Максим по какой-то причине больше не трогал его. Интересно, почему? Не знаю, это у тебя надо спросить, почему. Да, серьезно, что ли? Ну, в целом, ты же мог и без меня это все дело запустить. Зачем? Чтобы Sleeping Dogs. Как я без тебя запущу, если ты нам должен сюжет рассказать, то, что произошло? Я не помню, я не знаю, я вообще... А ты думаешь, я сейчас помню? Я вообще не... Я помню, там была свадьба, там была кривоносая дзянь. Кто? Дзянь. Ну, короче, баба какая-то мафиозная была. Не знаю. Была свадьба, был дядюшка этот, Чпок. Или как вот. Допустим. Да? Допустим. Я помню то, что нужно работать на полицию, нужно работать на не полицию, на эту триаду. И выполнять какие-то побочки. И еще ты возлегаешь с алтарями по какой-то причине. Да. Это важно. Ну, я не знаю, зачем это вообще было сделано. Зачем ты так это все... Ту, давай. Дай, зачем мне триггер еще раз? О, вот так вот. Вот у меня открыта игра тут. Да, давай уже. Так, только я не знаю, что там по громкости. Я тоже не знаю, еще послушаем. Ну и давай я там пока дверь пью. А, бля. Слушай. Что? Можешь на улицу выйти? Что-то шипит, а что я не могу понять? Это в игре? Может, у меня ветрулятор шипит.
А зачем ты ветрулятор? А он же автоматически выключается, это теплодуй. А игра что, слышно, нет? Да, игра нормальная, все с игрой хорошо. Так, у меня ВК по какой-то причине. Слушай, такая вот херня с ВК Play Live происходит. Короче, у меня либо работает плеер ВК-шный, который у нас трансляция в группе ВК идет, либо на Play Live плеер работает. Сука, почему вы, блядь, не сделаете в одно просто взять трансляцию из ВК и транслировать ее на это, просто плеер, сука, ВК-шный взять туда вот с трансляцией. Нахера вот эти пляски с бубнами? Зачем две трансляции заводить? Я вот вообще не могу понять. Ну вот абсолютно. Что сказал? Что он сказал? Вон, видишь, у меня полоска здоровья синяя, почти полностью заполнена. Не вот. Вижу. А, вижу. А надо увидеть. Вот как раз-то возлегание с алтарями нам дает дополнительное здоровье. Так, надо приодеться. А чё? Кого? Чё, кого, зачем? Вообще, вон, костюм Громилы один. 5% больше урона, говорит. Костюм. Это Громилы. Первый уровень, а есть второй уровень. Надо приодеться, наверное. Так-то мы же теперь в городе большом, надо в костюмчик, наверное, приодеться, нет? Либо все серьезные дела у нас тут. Какие? Это мафиозные. Мафиозные серьезные дела. Дела, делишки. Бля, вот как кажется, мы это в костюм Клода оделись. Ну, у меня мое ебло на нем. Почему-то. Да, мы тебя подвинуть. В угол куда-нибудь. Я все равно прозрачный почти. Говорящая голова. Я тебя могу в любой угол подвинуть. Могу сюда. Ну да. Вот и идеально вошел просто все это в стрим. Ну, что там? Теперь тебе надо притворяться, что это ты играешь. Так. Так, как тут бегать? На какую правую кнопку мыши? Не, о, чего, ой, блин, ладно, пошли. Намасте, да? Сисян. Я помню, он еще может что-то хавать и... Да, надо же захавать. Он тем самым повышает свои эти... Да, бицуху качает. Ну, это уроней там вся хуйня. Так, карта как открывать? Вот так карта открывать. Так, что у нас есть? Так, вот тут у нас миссия. И? Чё, и где? А где? Так. А, игра вообще может показывать? Кого? Когда много говоришь, воздуха много попадает в легкие. Игра может показывать, сколько процентов вообще, на сколько процентов пройдена игра? Понятия не имею. Мы ее на 100% будем проходить? Конечно же, да. Ты уверен? 100%. 100% дерьмо. А не знает тут указано, что. Так, 66% прогресс. А, ну, значит, скоро мы должны ее завершить, да? Ну да. Мы бы еще давно закончили, если бы кто-то стримил. Да.
Так ты же играешь в нее, я-то... Ну так, а мне ж нужен подпёздыш. Возьми Дениса. Кого? Дениса за ляжку возьми. И туда-сюда. Нет, не надо. Не надо? Не хочешь? Так, он тебе пояснит за соля и спайсы. Ну, в том-то и дело. Музыка играет. Все, Максим, теперь тебе надо хромаки завести. Да? Серьезно, что ли? Вот у меня... На нахуй! У меня по мини-карте тут статуэтка есть. Сходи, купи, возьми. Но, насколько я помню, это только на какой-то миссии там мы будем. Так, мы в клуб какой-то едем. Сейчас мы миссии... Ой, надо еще управление вспомнить. Откуда у меня такая машина? Уйди, курсор, блядь. Где ты ее спиздил? Я не знаю. Такой вопрос назрел. Сейчас, вон, поедим. Као, сидим. Так, ребят, там... Как его? .ru? Да. Как... Чё я говорил про Рутуб? Я сейчас во время стримов не курю, и поэтому Рутуб автоматически 18+, уже на начале трансляции не присвоил, а присвоил для широкой аудитории. О, миссия начинаем, короче. Сейчас стоит и ждет. Поэтому, господа, на Рутубе прожимайте там ракеты и что там нужно прожимать, чтобы с трансляцией все было хорошо. О, дядюшку По хотят убить, прикинь. Олень из 18К. Отправляйся в больницу, сейчас будем пиздиться опять. Вот, у меня еще такой вопрос. Меня проглючило или в Дзене появились трансляции? Или это я с рукой перепутал в какой-то момент времени? Какой Дзен, нахуй? Тут дядюшку По сейчас будут убивать. Бля, приехал в клуб потусить, а мне говорят, пиздуй в больницу, дядюшку позащищать. Защищай кто? Это этот из телекузиков который? Не, который дед. Ля-ля. Ой, блядь! Ой, блядь! Пизду, залетел нахуй. Ох, ебать, бабу убили. Тебе еще Сан-Андрес проходит, между прочим. Тебе, да. Я не знаю, перекинул я с... Победить. А как? А я знаю, что ли? Я думаю, что я поле помню, как драться нахуй. На правую кнопку мыши. Блядь, сука! А как прятаться? 12+. А как стрелять? Рутубе не кричи, детей спугнешь. У нас 12+ рейтинг. Похуй. Я не помню, как стрелять, блядь. А как прятаться? Я говорю, у нас дети смотрят, он похуй. Знаешь, у меня в детстве никто не спрашивал, нравится тебе они, когда ругаются или нет. Я, блядь, вспомнил, как стрелять. И как? На левую кнопку мыши, как оказалось. И у меня же гейпад. А, кстати, короче, потом, наверное, после Брадонте мы с тобой постримим одну игрушку от Telltale. Меня Сашка тут просто попросил себе поставить, я ей поставил. Ну, вчера, ночью запустил, посмотрел. Интерактивный кинчик, короче, продолжает историю сериала «Экспансия». И вот она так и называется. Экспансия The Expanse Telltale Series. Там 5 эпизодов и еще бонусный Архангел. Короче, интерактивный кинчик. Можно посидеть, попиздить, там, попить пивка и заодно это поинтерактивить. Ну, как это, как ходячий Максим. Да беги, дура, блядь!
хочу. Лежит. Лежит. Стоит. Лежит. Стоит. Лучше пижама. Он лежит, не дышит. Он меня не слышит. Стой. Блять, пидор. Асина. Какие пидоры Асина? Ебаный рот, ты опять не убавил. Даже, блядь, не знаю, что ты мог, не мог убавить. Мог убавить. Так ты же можешь... Я не могу, это, бля, в донейшн делается. Нет, это делается позже. У меня, блядь, почти в ночь стоит. Я-то у себя как-то убавил. Ну ты под себя настроил, потому что... А, вижу, вижу, вижу. КВТ, пятикарточка. Захой! Захой, дорогой. Спасибо. Привет. Проходи. Устраивайся у нашего чего? У нашей бочки. Да ёбаный в рот, блядь. У нашей бочки, в нашем гетто. Охуеть, нахуй ты мне сейчас нужен? Не знаю, ты сам пришел. Пошло, блядь, замедление времени. Конвер с деньгами нашел. Это у Макс Пейна? А ты чем, Клодом ходишь? Или кто это? Да. Это этот, Женьшень? Ебать, это что такое? Поменять. Вай, Женьшень. Ой, май, я пистолет новый нашел. От чего? А, вот. На минус надо. Тейк, что у нас там с ВК? А, короче... Вот смотри, я сейчас, блядь, убавлю донаты, они не убавятся. Смотри. Смотришь? Чё, смотри. Как я тебе могу посмотреть, если у нас пока нету ничего? Вот один был и всё. А, вспомни, как я это делал. Будем ждать следующего, значит, да? Так, видеоигры и другое. Вы пока подождите, да. Пока подождите, пока не закидывайте. Сейчас Максим там что-нибудь... Донат. Вот у меня называется 1% громкости. 1. Вот. Я не знаю, как ты там... Ладно, потом мы с этим делом разберемся, конечно. Все, поехали на лифте. В какой-то момент времени. Да уйди, мышка, блядь. Курсор вскакивает. Ой, ой, блядь, что случилось? Взломайте дверь. О, блядь. Тебя взяли за тестик. Ты кто, блядь? Тебя застрелили, что ли? Ой, блядь. Говорят на китайском, блядь. Что-то по-китайски. Говорят. Ты переведи, ты же знатный китайец. Гугли самый китайский Максим. Ой, все, мне пушку дали. Так, слушай, что, ты приехал выручать этого дядюшку Чмо? О. Без разницы, одной тоже. Ну, если не хочешь это на Ноокеана спуститься, забетонированными ногами, есть разница? А? Что утра, с нас ушел. А че? Изи, изи, говорит. ГГВП. Система питания, как резервная, что-то там. Диспетчерская, я туда говорю. Это я вам с китайского перевожу, если что. О, знатный китаец, он коренной практически. А, стрел, блять, гей. Как и этот, Геннадий, как коренной египтянин.
Я тут давеча. Я тут, бля, командую, да. Чё тут давеча? Третьего дня тут в Assassin's Creed Origins сыграл. Там... И чё, удачно? Там был Геннадий. Генка? Да. Коренной египтянин. Так же, как и вот в это, как, в Одиссейского играл, там был этот грек в третьем поколении Дмитрий. Вот. Не, как, конечно, я знаю. О, взлом системы, блядь. А как? А, у меня время, оказывается, идет. А я тут гуляю нормально. Дмитрий, конечно, от греческого имени Димитрий, но там почему-то он все-таки был Дмитрий. Блять, а я не помню, как это все делать. Ёбаный, 9 было, 0. Не было. 2. 3. Ты хакаешь. 4, да. О. У меня еще время тикает там. Так, давай тут 3. А тут 3, чё? 2, 1. Бля, я вообще не могу сконцентрироваться. Так ты не концентрируйся, в чем проблема? А как, блядь? Взламываю. Чё, блядь? Ему обязательно нужна концентрация, чтобы... чтобы... Блядь, мне надо! Тебе? Ну, въеби водки, ёп. Давай, давай, я, говорит, возвращаюсь. Вэй, помоги, что ли? Ёбаный рот, казино! Мне бы из двери выбраться. На, блядь, сука, блядь. Нас еще не смотрят дети? Или нет? Не знаю. Возможно. Вероятно. А беременные дети, да? А, беременные дети, отойдите, пожалуйста, от экрана. Тут разборки мафиозные происходят. Дядюшку, защитите дядюшку По, ты где, блядь? Уйди нахуй. А как не материться-то? Тут пиздорец происходит. Уй, дебил, блядь. Встал он. Нужен не пиздорец, нужен свинорез. Сейчас, дорогие дети, чё, свиньи, мы будем ебать Зеленского. Не знаю. Я свиноложцем не занимаюсь. Свиноложцем. С слоебанием. Особенно с шпицеебанием. Мы знаем, кто занимается, да? Один известный пидорас из Испании. Кто это? А? Кто это? Петушари? А кто это? А? Чем известен? Шпиц ебёт, говорят. Зачем? Не знаю. Ой, блядь! Блядь! Братан, ты давай один там разбирайся. У меня патроны закончились. Патроны. Да ёп! Стреляют, блядь! Под калибр. Блядь, ёбаный рот! Это казино, сука! Пока я патроны искал, это сволочь сдохла. Заряжай кумылесос. Хуесос. Нет, нет пробития. Ты что, вообще готовил? Надо это как-нибудь рыбный день устроить. Какой рыба? Ну, в этих кораблях. У меня нет пива. Так у меня тоже нету, пока надо поставить. А я и не собираюсь ставить. А чё? Зачем? Чё ты не моряк, что ли? Нет.
еще. Ну, во-первых, это цистерновая игра Картошкина, которая нацисты. Но это Леста занимается из занимался. Ой, блять, давно. Рассказывай, это Леста хуй. Леста, блять! Ну, как кораблями давно Леста занимается. А игра кому принадлежит? У них там уже давно все отдельно. Давай рассказывай, да-да. Кока-кола тоже из России ушла, Паша. Блять, ты же им денег не собираешься нести? А материнская компания, кто, блядь, у Лесты? Я им не платил. Ну так они за тебя платят. Пускай мне лучше платят. А мы отправим все это куда надо. О, тихо, что-то происходит. I think we're clear. Мы, говорит, разобрались. Гуань Юмило, кто это? Похоже, он нам помогал. Кто? Похоже. Я не знаю. В этом городе никто никому, говорит, не помогает. Там что-то на китайском на фоне. Господа, кто это самое? Еще... В этом месяце еще время есть. Сейчас в эфире или в записи, потом будет смотреть, а запись смотрит. В личку ВКонтакте потом отпишитесь на Северный флот, может, это кто собирается в декабре в Москве. Вот, если что, это... Валим! Блять, а как? А я помню, что ли? А как бортовать, сука? Это ты только вышел. Полицейские забрали его. Кого? Его. Кого его? Мы же вдвоем ехали в машине. А, я думал, он один, я еще подумал, а как он так это изловчился, что правую дверь закрыл, блядь. Так, а у нас выпрыгивать? А, нет. Это Игрик выпрыгивать. Игрик? Блять, ты чё вышел, дебил? А как сесть? А ты чё, вышел без тебя поедет? Эй, ты долбоёб. Может, сядем, нет? Мы уже никуда не уедем. Это вон, под полезию. Чё у них на английском? Я тебя поворачиваю так. Это же китайцы. Там должно быть. Ооо, блин. Блин. Должно быть. Что происходит, блядь? Так, Игрик, он сразу выпрыгивает. Ага. Б, это у нас ручник. А Х, что ли, тогда таранить? Этого я не могу знать. Что там говорил? Чё? А не знаю, ты что-то говорил, я тебя не слушал. На фа... А, да, на их сторонить. Скройтесь а от полиции. Это ж китайцы, почему у них все на английском? Все, а что на английском? Полиция. Ну, между... Что такое было? У тебя сейчас должно быть... Это что было? Задание провалено. А до этого? Подо мной там что-то взорвалось. Да, под тобой что-то взорвалось, и машина загорелась. Это план загорелся. Я сдох. Так, почки. Да-да.
Вполне возможно от почки. Ну так по полис, а чё бы не на английском писать? А чё бы не на русском? Ну, надо работать над этим, чтобы на русском писали. Так, а я вот не помню, а как скрыться-то? Писали бы русским по белому, милиция. Так, погодь, мне кажется, слишком громко. Что, кто играет? Как там было? Ум, честь и совесть. А так, слишком. Блин. Что слишком? Слишком тихо. В атаке. Угадал. На двоечку поставим. Ой, высадить Рика, говорит. Мы что-то пока я там настраивал, взяли и оторвались. Вот преследуй, блядь, следование. Это были, говорит, ребята из 18 га, говорит. Чего? Ом. Псиного глаза больше нет, мы его ёбнули, походу. Кто такой петушиный глаз? А там главарь был. Какой-то. Какой такой главарь? Нашей... Это враждующей банды. Короче, надо, говорит, сообщение им послать. Так, а чё у нас тут это? Заебал это в ВК Плаулау, ну вот прям максимально. Да? Да, говорю, вот он либо так, либо одно, либо другое. Как бы, либо ВК, либо этот Плаулау сраный. А Ютуб говорит то, что 60 феписов. Пиздит? Вечно пиздящий. А, мне теперь надо идти спать. Короче. До завтра. Да. Мы можем что-нибудь еще поделать перед тем, как идти спать. Ну, а какие тут дополнительные активности есть? Проигравших победитель что-то есть. Это гонки, что ли? Не знаю. Нет, пурпурщень какой-то. Я предлагаю пойти захуярить наркопортейн. А перед этим надо пожрать что-нибудь. Эй, брат, дай мне мороженое. Подкачаться. Брат, это сестра оказалась. Так они все там одинаковые. Да, как разница. Ой, я, бля, кнопки путаю. Вот так вот, Паш, не стримить 3 года. Ну ты год всего лишь не играл в нее, блядь. Год с лишним 2 года уже. Второй год пошел. Второй. А, ну ты, ну в октябре в прошлом году ты в нее играл. Ну вот, видишь. А уже декабрь следующего года. Короче, помимо вот этой экспансии, еще я все-таки это Kingdom Come, короче, еще поставил. И че? Пока не знаю. Я пока не начинал. Я ее начинал, не помню, раз наверное, 4 точно. И на разных компах. Не, ну она прикольно, там типа играешь, там вот, проходит 2.5 часа, и это только пролог для тебя. Да. Kingdom Come Deliverance такой. Чё? Прикольно. Сейчас попробую, ну не сегодня, не знаю, может завтра. Попробую еще разочек начать. Может быть в итоге... Ай, блядь! Меня вытащили.
В этот раз. Так, теперь надо вспомнить, как драться. Ты помнишь? Ай-яй-яй, блядь! Пресс X to win. Тут же приемы еще надо выполнять. Так не работает в этой игре. Какие приемы? Ну, всякие приемы надо. А я ни одного не помню. Э, блядь! Уйди нахуй! Я тоже не знаю. Ты не шкаль, не ори так. А то у меня шкалишь. Блядь! У меня эта хуйня выскочил, короче. А меня продолжает пиздить. Парковка кунг-фу. Взломайте камеру. Че, тебя тоже отпиздишь, что? Сука! Отдай машину! Ну, угнал у тебя тачку. Да? Охренел! А он там зеленый что-то моргает. Да, чё? Мне надо взломать его. Хотел мою машину угнать. Скотина. Ну, надо наругать его. Да, все, я наказал его ножом. Кортиком. Пах. У меня что-то голова съежилась от холода. Наушники спадать стали. Да? Кокос. Кокос что? Делает всякое. Что это он делает там? В батарее лежит. Да, серьезно? Так, обновлюсь я странички. Зачем? Ну, там уже выкоплал лаву опять хуйней занимается. Интересно, на ютубе что у нас там происходит? Трансляция идет по-прежнему. Так, поехали домой. Ну, я думаю. Давай мне ложитесь спать. Почтальон. Это я почтальон Печкин. Ну? Какой-то. Не знаю, Печкин нет. О, а тут что? Принес заметку. Это же Defective Edition. Все-таки тут какие-то задания появились. Какие? Какие-то. В оригинале контенте поменьше было все-таки. Но ты в Defective-то не играл, не проходил? Ты только обычно? Нет, обычно только. А в Steam-то я купил уже дефектив. Вон тут миссии копа есть еще. Тан-тара-дан-тан-тан-тан-тан. Музыка у меня там. Новогоднее задание. Так, давай. Кого? Иди спи, а я пойду покурю. Ну ты можешь пойти покурить, мне сейчас это наркокрах трах делать. Так, подожди, как я тут. А как нож убрать? О, да, выброси его. Я тут просто забыл, как у меня тут проводочек от микрофона. Вот этого вот. Лежал. О, активность триад. Где у нас вот тут? Так, теперь надо вспомнить, как тут. Чел с чемоданом, что ли? О, даст два, выбирай. Ну на. А или вот этого надо было. Это камера. А кого выбирать? Даст два. А он. В смысле? А он чемодан отдал? А его надо было задержать, нет? А, судя по всему, правильно. Правильно, блин. Все, иди давай. Или заставку будешь смотреть. Я, пожалуй, пойду нахуй. Могу за тебя сходить, вот так вот. Покурить за меня можешь сходить? Нет, пописить. Не, пописить не хочу пока.
Ага. Так, сейчас там, потому что сейчас будем спать, будет заставка какая-нибудь. Зачем он пол? Ты должен запомнить, что там. Все, как спать? Как махать членом? Спать. На какую кладешь? Сейчас ему плюму хуйня какая-нибудь приснится. А ему еще нет. Сны снятся? Да. И что, он обоссытся? У него инурез? Ну, он же под прикрытием. И что, и поэтому ему сны снятся? Если бы не был под прикрытием, не снилось бы ничего. Ну-ка, тут мне какая-то баба звонит, ругается. Ты свинья, говорит. Чего, блядь? Да ёб! Что происходит? Я нихуя не понял. Со знаменитостью работы, говорит, какая-то есть. Баба какая-то звонит, ты говоришь, свинья. Чё, блядь, кого нахрен? Чё, иди, я пока в клуб поехал. На сиськи смотреть без меня, блядь, будешь. Да, ты пропустишь. Тут есть они? Сиськи? Да. Сиськи везде есть. Ты уверен? Ну да. Тут же есть персонажи женского пола. Я тут наткнулся на голые сиськи как раз еще в Assassin's Creed. В интернете. И что там? Сиськи? Сейчас проснулся. Проснулся в холодном поту, да? Там сиськи были в Assassin's Creed Origins, и я еще тут наткнулся там, короче, на публичный дом, туда заходишь, и ты там за решеткой прямо это, сношаются, прям криво-косо, но непонятно как, но, видимо, в каком у нас, 17-м году, 16-м вышло, не помню, видимо, тогда еще можно было сношаться традиционно. Не знаю. Я просто, я не очень помню просто, в каком она году вышла. Я вообще не знаю. Вот, но с оптимизацией у нее пиздец. Во всяком случае, с AMD-шным радиком, потому что, блядь, прям ГП на 100% всегда, блядь. Видишь, хорошо. Чего хорошего-то? О, это видюху полностью использует. Раскрывает потенциал. Да, при, блядь, в этом, как он. О, я статуэтку нашел. Сейчас пойдем это приемы учить. При расходе, блядь, в этой, как у памяти в 2. В 2.7, что ли, я не помню, 2.4, то ли 2.7 она это расходует видеопамяти, блядь. Загружает на 100%. Я хуею, блядь. Ты прикинь! Чё? Видишь клуб? Не работает. Зеленый. Ой, народа нет, нихуя нет. И тут убирается. Ну правильно. Ой, сердежки полетели на этом, на YouTube. Да. Это хорошо. Okay, так, меня больше это. Вот это удивило, то что он в клубе убирается в нерабочее время. Ну, я, блядь, какую-то хуйню домой купил еще. Видишь, как специалисты из зарубежья работают? Ой-ой, я в шушух нашел. Полный массаж тел. Ты сиськи пропускаешь. Hey, big dog. Want to play with... Привет, котик, говорит. Особое масло, говорит. Так. Че? Камбэк. Виалдик. Так, что у нас еще есть? Вообще, наверное, ГУЛАГ. Нормально. В рабочее время, наверное, надо приходить сюда. О, караоке.
Ладно. Так, статуэтку мы взяли, надо пойти. Я не туда вышел. А как отсюда выйти? Так. Так. Ага. Шо? Какой сабвуфер? А, вот он. Да ёп, бежи прямо, беги. Оп. Так, такси, где такси? Ищем такси. Да ёп. И, конечно же, не будет такси. Классно. Ладно. О, вот такси. Братан. Так, как, зажми. Да ёбаный в рот. Садись обратно. И чё? И всё? Да ёб. Я бы вам зажал, он, сука, не зажался. Так, ищем другой такси. Такси, такси. А вот это что такое вообще? Что это? Кельвин. А кто это? А как туда попасть? А, вот. Так. Лестница. Эй! О, сейф. Чё там пошарит? Я, короче, сейчас опять смотрю, у меня этот, как его, штатив один в другую сторону покосился теперь. Очень, очень интересно, забавно. Бля, ты можешь прыгать, бля, с лестницы заебал? Нет. Не можешь. Пошёл нахуй, гнида. Да ёбаный рот. Шкаль. Ушкалишь по всякому. Ты дополнительное задание какое-то начал или что? Блять, че? Что, блять, происходит? Я тебе говорю, хватит шкалить и ответь на вопрос. Я не шкалю, я не могу шкалить. Ты орёшь и шкалишь. Это ты шкалишь. Было дополнительное задание, да? Какое? Надо было сумку вернуть, которую украли. Вернул или не очень? Ну, я попытался. Но не очень получилось. Ну, короче, этот хуило добежал до машины. Там должна была следовать эта сцена погони, но я успел перехватить его, сесть, вытолкнуть его из руля. И тут на заднем плане возникает коп и начинает стрелять в меня. А я что, чтобы не сдохнуть, взял да этот самый. Поехал, и в итоге говорит, ой, не потеряйте цель, вся хуйня, и все, пиздец, я проебал. Так, сейчас, короче, зашел на главную этого Плау-Лау. В топе почему-то картошкина игра, блядь. Ну, Лестина. Нацисты? Сейчас мир танков, блядь. Там... Блядь, а почему... Почему у них объем такой маленький, зрители? 5000 вот на этих, как у... На танках все. Там, говорим и смотрим, 1500. Скайрим, блядь, вкусный. GTA, блядь. 200 человек.
Не знаю. Я расстроен. Ёбан рот, эти игры, блядь. Ладно, давай это выполним тогда. В чем проблема? Я купил большую партию петухов. Петухов? Какие? Да. Горчишни? Ну, тут уже есть петушиные бои. Петушиные бои там в подъезде, похоже, происходит. Там, блядь, тут орёт, блядь. Я не знаю, насколько слышно. Рисовый суп с курицей, говорит. Хочешь рисовый суп с курицей? Сбросьте грузовик в воду. Ага, на Y у нас выпрыгиваете. Курицу я, блин, нажрался, наверное, на полгода вперед, блядь. То, что что-то там с курой, это с курой. Сашка тут не так давно там жареную куру еще какую-то покупал. Ужас какой! Тут я еще на днях этот, как у штрудель с курицей и сыром. Короче, половину одолел, половину заплеснил, сегодня выкинул. Блядь. Короче, хватит куры, не могу больше пока. А, у меня еще в Перике брал эти, как они, сосиски, тоже куриные, блядь, с моцареллой и базиликом, тоже так не открывал. И так и выбросил, да? Не, не выбросил. Не знаю, они испортились, не испортились, еще, может, наверное, вряд ли. Сейчас в понедельник Сашка в деревню поедет, отдам, не знаю, если не испортились, сама съест, если испортились, собакам тогда отдаст. Знаешь секрет хранения сосисек? В морозилке? У да. У меня две сардельки, блядь, с августа месяца. В морозильнике. В морозильнике с августа месяца лежат, блядь. Ничего. Видишь, лежат же. Ну, их было 4, я 2, может быть, месяца полтора назад сотворил, сожрал и... Потом не очень хорошо было, поэтому я их тоже думаю нахуй кинуть, блядь. Да. Так, карта. Как? Вот так. Ага. Вот так вот. Можем в казино пойти поиграть? Джой казино. Но я там не умею, это китайский игрок. Так, по заданиям, что у нас? Важный гость есть. Это китайское казино? Важный гость? Какой гость? Ну, задание «Важный гость». Это как, какой такой гость? Я не знаю. Так, мы вообще-то вон, нам нефритовую статуэтку надо вернуть, чтобы прием кунг-фу изучить. Ты же проходил это все. Ну, так надо ж все вернуть, чтобы больше приемов изучить. Нам вообще надо потренироваться, а для этого нам надо такси найти. О, такси! Такси! Братан! Так, надеюсь, не... Зажмите! О, все, зажал. Давай, вези меня. Фирменные славянские зажим яйцами? Не, я... Они такого не додумались до такого еще. Хуа-хуай-ха-хай! Там на фоне. Куанчо-куанчи. О, сейчас, вот тут, когда прокажет статую, рассказывает. Петух, говорит, петуха я вернул. Чем ты, говорит, занимался в Штатах? Чё-то там. В Эйдженшене, в Штатах же жил. А, да, он приехал. Так, а микрофон в бок не делает туда-сюда, нет? Чё? Он вот так вот делает. Так, чё изучаем? Могу... Добивание, оглушающий захват. У нас тут вот двойной удар в прыжке. Вот это охуенная вещь, насколько я помню. Но вот это тоже надо изучить. Как, залом как, руки. Как Люканг? Вот этот. Давай вот это. Это Зойбер. Зоя. Спринт. А. Чё? Доктор Зойбер. Вот это что? Нет. Куда? Зачем? Почему? Откуда? Бля, вот так что? Это хуйня какая-то. Хуйня. Коня.
как там было. Видал, как я всех разъебал. Правда, нихуя не запомнил. Вообще, можно обратно вернуться потренироваться. А еще тут можно в боях поучаствовать. Хочешь подраться, говорит. Давай один раз подеремся, что ли? Сейчас. Смотри, как надерут задницу мне. 6 раундов, блядь! О, прикинь, он уворачивается. Скотина, блядь. На нахуй по яйцам. О, блядь, я ж забыл, тут 6 раундов так надо продержаться. 6 раундов бить по яйцам? Ой, блядь. А чё, и это, как красный круг под ним, чё означает? Этот, здоровье, там вся хуйня. О, бля, против троих, ща мне пизда. Кстати, у меня фиолетовые кроссовки. Какой скалета? Ты когда мафию пройдешь? Какую? Не знаю, Барбариса. Так прошли же уже. Барбариса, что ли? Да, а чё они не прошли? Не знаю. А чё там кроме Барбариса ещё было? Да, там это петух какой-то. А, этот лысый кибет, наверное. На нахуй, бля! Барбарис? Пиздочи! Скотину, бля! Там два скримаж было. А я не знаю. Наверное? Один был точно? Нет, два, наверное, было. Ой, пизда, смотри какой. У него вон ноги нарисованы. Ой, блядь, блядь! Че забодал, нахуй? Да вообще жопу, блядь. На нахуй, блядь, я его. Из-за микрофона не видно, нихуя, блядь. Какой микрофон? Я опять подвинул, что ли? Или че? Как его пониже сделать? А тут надо привыкать. А я думал, тебя прикончил. Вот сука. Сало! Сам ты сало, блядь! Сало, говоришь, на нахуй, блядь! На поедь. На нахуй по яйцам. На нахуй. На нахуй. О, блядь. О. Смотри, как он кровавый нахуй уже. Отпизженный. Ух, ебать. Я наконец это какого. Ой, блядь. Себе микрофон выставил так, чтобы мне было видно. Видно было экран. Сука, на это лак, ебаный. Совсем как это. Прикольно. Бля, у меня иногда. Сейчас видно. По приему проскакивает интересный. А как. Вот тут вроде ты смотреть надо. Так. Сбивающий удар. Это удерживайте А. Б плюс Х. Чё как? Y. Залом ноги, B, X, удерживать, ага. Ага. Мощный удар ногой с разворота в прыжке. По яйцам. Тем не менее, еще полтора часика по стриму. Спасибо, что ты за меня решил. Не, ну я-то могу в это, как идти, а ты-то можешь стримить. Да нет, так не интересно. Кто будет сюжет запоминать?
Я как-то смотрел этот, как он, сюжет Sleeping Dogs, но это был год назад, перед четвертым стримом по счету. И чё? Ну, ой-ой, последний раунд. Сейчас могут отпиздить. Нихуя не запомнил, в принципе, как и... Ну, чё, и следовало было. Ожидать-то, да? О, блядь, два громила нахуй. Тут ничего нового. Блядь, чё-то пришло. Симс, блядь. Да-да, Паша, тебе. Видишь, они эти здоровяки щупают тебя, ты не можешь ничего сделать. Мук, да, 404, Симс, вспомню, блядь. Максим, а это тебе уже Симс, блядь. Нет, я ничего такого не делаю. Чё ты не делаешь? Ты говорил? Я никому не говорил. Вот тебе предъявляют за Sims теперь. Мне не могут предъявить за Sims, это ты придумываешь. Нет. В том эфире. Нет. И я Sims не играю, ты чё? Я у тебя спрашивал. Я тебе чё, быдло, что ли? Sims играть. Чё, Sims для быдла? Сейчас тебя говном закидают. Ой, блядь, чё, всё, что? Да, 30-летние девочки сейчас тебя закидают бутылками пустыми из-под вина. Ну, они быдло, значит. Итого я 15 тысяч выиграл, и жень, костюм какой-то мне дали за это. Я предлагаю пойти посмотреть, что это за костюм. Костюм очковая кобра. Вообще, нам помыться надо еще, а то весь в крови. Братан! Зажмите, все, зажал. Бородан? А, братан, так, дом у нас вот тут вот. Так-то можно было пешком добежать. Хом, старый хом. Приехали домой. У тебя в машине там сообщение пришло. Какое? Ну там этот, как его, такое облачко с точками было, сообщение какое-то. На GPS, видимо. А, да. Позвонили на тапок. Это та такси, карту выбрать. Так. Надо вот так вот обязательно пописить. Надо. Ах! У него цепь упирает. В очко. Да, и надо помыться. Чтоб кровь смыть, смотри, какой он кровавый. Отпиздили. Он этот. Он как терминатор. Так вот, чё. Вот после Sleeping Dogs-то я хочу это, Saints Row первый. А, на этом как он, на Шайтан хуящики? Да. Ну так давай. Пиздуй по сюжету Sleeping Dogs, чтобы Saints Row за туда-сюда. Жень, стань драконом! Блять, сука, покемон, блядь. Жень, я выбираю тебя. Нет. Надо приудеться, опять же. Давай его так же. Приоденься, так, конечно. Цепуры надо нацепить. Он это авторитет дает. Золотая плюс... цепура, потому что... Плюс увлажнение. А нету. А тебя уже не показывается. Чё, нету... куда дальше пойдем? Куда? Я говорю, иди по сюжету тогда. Я драться не умею. Посмотри управление. Да, я только что прием кое-что посмотрел, а так и не помню, как ему за спину кувырок сделать. Как крутить сальтухи, посмотри. Он, короче, там своего ворога нагибает и через спину перепрыгивает в задницу ему. Вот так вот. Хуя. Как этот... Негр был в этом
Парк Накл, он же Паркук, он же Streets of Rage, на Сеге была игрушка, там негр, когда это в прыжке коленом крутил, он там хуя говорил, блин. Хуйня. Ну или так. Так, кстати, лови, у нас, ловим такси. У нас на этом, как Сербгейме на канале, обо всем почти цензурно на ютубе, кстати, есть прохождение. Streets of Rage, он же Бар Кнакл. Бар Кнакл. Как Кнакл, да. Как Геракакл, только Бар Кнакл. Так, поедем за машиной. Ой-ой-ой, я что-то нашел. А, я так и не нашел. Вот я там вижу алтарь, где поклониться можно. Ну, но, сука, я так и не понял, как туда добраться. В прыжке? Да, я не нашел. Все равно. На крышу как зайти? Может быть, кому-то денег дать? На лапу? Взять мы это, мотоцикл и это, склеить. Мяу, да. Как в GTA по крышам там. Я Батман. Причем там два даже. Два мотоцикла? А ты... Блять, это статуэтка или чё? В итоге-то. Я что спрашиваю, я не знаю. А кто должен знать, я что ли? Я что? А я при чём? Вот тут... Один. Я в домике, блядь, я не знаю. Ты в гномике? В домике. В гномике, да. Вот у тебя это уже ящик, видишь, спиздили. Это я его спиздил уже. А чё они опять появились тогда? Я не знаю, чтоб скучно не было. Всякому по-разному. Так. Выпьем же. А вот как. Отважного чая. Смотри, смотри, что делаю. Что делаешь? Хуй показываешь? Во-во-во-во, я вспомнил, как... Точнее, натыкал. Так, блять, можно было управление просто посмотреть. Так я посмотрел, я не понял, как это работает. Чё желтая полоска означает? Какое-то единство. Авторитет. Очко авторитета. Так, блять, я вот по ним же бегаю, но нету их тут. Кого? Да хуйни какие-то. Подожди, стой. Повернись. Да нету там. Да повернись. Куда? Может, ниже? Ниже там... Нет. Ну, спустись. А может, тут подземный этаж есть? Ну вот и смотри снизу. А то я тут вон бегаю сверху. Хуя. А если есть нижний этаж, как туда спуститься? Ну, оббеги дома вокруг. Влево был поворот какой-то.
А туда не зайти. Тут никуда не зайти. Загадка. Дыры. Просто. Ой, не, смотри-ка, чё. А, да. А, нет. Ничего? Чё? Не, ничего. Печаль, беда. А, я же вспомнил, я ж могу машину вызвать. Так, внезапно вспомнил. Попробуй, может быть, она тебя отвезет к этой локации прямиком. Опа, зацепка. Смотри, тут магазин одежды должен быть. Но его нет. Но его нет. Значит, он где-то в другом месте, может быть, он да, выше. Да, тут подземный этаж должен быть. Или внутри. Так, а ты можешь метку поставить просто на нем и... Нет? Почему? Могу. Да потому что не отмечается он. И вот на магазин одежды могу поставить. Ну вот поставь и давай. Он показывает мне то, что он сверху. Значит, иди наверх, может, или как-то вовнутрь. А, вот надо... он. Давай костюм мне. Ой, у меня авторитета не хватает. Не хватает, чтобы купить. Че? Я говорю, микрофон хотел рукой взять выпить. А чего бы нет? А то он так это у меня к столу, как стакан. Такой я его прислонил. Короче, мне авторитета не хватает, чтобы покуплять тут что-то. Не хватает увлажнения. Значит, надо как-то вовнутрь забраться, либо внизу, либо вверху. Если это статуэтки, то они будут на миссии. Если это алтарь, то должны быть доступны. Блять, надеюсь, это не алтарь. Так, машину подвези, братан. Чё, проседать стал? Чё, никто не проседает? Кадров нет в просадке. У меня на плеер. А, не-не-не, на Good Game подергивает. Ох, ебать, смотри, валит нахуй. Отдай машину. Валим боком. Чё сейчас было? Почему он на улице сидел? Захакивался. А теперь он рядом сидит. Какие-то баги. Уже нет. Я думал, он на улице. Ну, хуй знает. Мне показалось то, что он рядом сидит, а уже не сидит никто. Да, что-то баги бывают, проскакивают такие. Так, миссия у нас за отряд. Как начинаем мы в магазине свадебном. Ты наконец-то пошел по эту по сюжетке. Рад тебя видеть. Входи, говорит. Чё, блядь? Это, говорит, не проблема. Ой, нига! Нигис, ты из этой, из GTU пришел, да? Важный гость. Из этой, из GTA 4 припиздил. Это малышка, говорит, трахнет тебя. Печально известный Сонни Уо. Кто это? Ricky's told me all about you. This is Kate. He's producing Vivian Liu's next big hit. Продюсер говорит кто-то. Триядный уличный киллер, говорит. Тесаки, петушки, а пушки, кастрации, все, что пожелаешь. Про меня рассказывает. Покажи, говорит, город.
You wanna pick up some girls? Get nasty? Done. And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun on Yi. Sun Ой Yi, получается, наш, на, наш этот самый в триаде называется. Сун Ой Yi. Вроде как. Рикки, listen to this. I've been thinking. We need to get her a movie role of some sort. А что за девушка? А какой девушке не болтает? Кей-паб, говорит, поедем. Паб. Поехали, говорит, в папку играть. Ну, как бы, вряд ли все пройдет так гладко. Запивай нашу русскую народную чувашскую розничную торговлю, говорит. Я пригнулся к Гонконгу, говорит. А, им приглянулся Гонконг. Так, я YouTube закрыл случайно. Чайна. Случайности не случайно. Чайна. Короче, что там продюсеры хотят в Гонконге? Тебя. Кого-то. Тебя. Какую-то там девушку. О которой в заставке болтали. Пока Паша ни хрена не слушал. Да, это статуэтки будет запрятан. Значит, они будут на миссии. Так я же и не слышу, что там происходит. А ты мог бы читать. Я субтитры для кого включил? Оп, мы подъехали, смотри-ка. Какие. Кей-баб. Бар. А сколько у тебя хинкали есть? В запасе. Кого? Хинкали. Добрый вечер, джентльмены. Нам хотелось бы VIP взять. Пойдем сюда, говорит, пойдемте. Без меня упиздовали. Сейчас, она... говорит, с тобой будем петь, говорит. Бедиться нахуя будет. А она только с субтитрами локализована? Найдите девушек, которые развлекут Кинга. Почему он Кинг? О, смотри. Шаман Кинг. Сейчас Шлендер будем искать. Уговорить. Привет, говорит. Я у тебя спрашиваю. Катюшка, говорит, меня зовут. Она сабами только локализована. Я тебя не слушаю. Катюшка. Я тебя по игре спрашиваю. Я тебя не слушаю просто, я вон тут диалог идет. Как Катюшку на этот, на член негра насаживаем. Ты, говорит, из России, как ты догадался, говорит. Чё спрашивал? Я говорю, игра только субтитрами локализована. Ну да. Озвучки не было никогда? Нет. Так, мы это... Here, have a seat. I'm gonna find a few more people to join us. Говорит, найди еще девушку. Ёбаный рот, сколько ему надо? Так, большой. Еще. Гритусич. Так. Смотри, там прыгает. Туда-сюда. Ебать, там вертит нож. Эй, мистер VIP, говорит. Как его там зовут? Мистер Нигас. Блять, мы что, всех девушек собрать должны? Так, еще тут вертит. Сердежки летят. Ой, мне кажется, сейчас будет драка нахрен. Туда-сюда. Эй, урод, это моя девушка, говорит, отвали. Пошел нахуй. А ты что ж? Я из Суну и твою мать, убирайся отсюда, и пока кости не перемал. Ой, извините, говорит. Ты что ожидал от этой игры? У тебя будет целый дипломатический квартал, говорит? Че? Чтобы решать все. Я из Суню, хуй сын, блядь, че ты выебаешься?
Ща тебя нахуй в море спустим с бетонированными ногами. Не, он говорит, я ИСУ не вынь, блядь. А ты иди отсюда. Ой, позвони мне как-нибудь, говори, мне девка последняя, ладно? Походу у нас еще свидания будет. Присядьте. Ебай, вдали такой съел. Очень интересно. Присядьте нахуй, пожалуйста. Почему бы не да, блядь? Так, что происходит? Когда нападение будет? О, сейчас мы, наверное, в караоке будем петь. Ты помнишь, как пить? Так ты это, в микрофон давай пой там на этом, на чувашском. Да? Да. Спойте караоке для Кинга и девушек. Ну все, держитесь. Спеть в караоке. Какую песню? Давай, Король и Шут, Ром. Нету. Надо. Займите. Нету. В репертуаре. Вот, третью. Так, а как? А, вот так. Ага. Вот эту хуйню двигать, да? Крик подобен грому. Дайте людям рому. Не, я не слушаю такое. Надо? Не? Надо базу знать. Не? Сектор газа, база. А киши так. А, блядь, кровь! Ты мажешь. Да я, блядь, детям со соском двигаю, потому что... Детям соском двигаешь? Че, не знал, что ли? Тут помимо того, что мажешь, у него там свист в микрофоне появляется. Когда это Вэй Женьшень поет. Ну, значит, отвратительно поет. Я вот соском когда мазал. Ой, блядь, промазал опять там. Опять свистеть начал. Да, свистит микрофон. Фляга. Или поет хуёво. Свистит микрофон, такая хуйня неприятная происходит. Плохому танцору яйца мешают. Там чел какой-то подошел, танцует на фоне. Видишь, насколько хорошо поет. Что ж, чел какой-то в вип-зал зашел потанцевать. Бля, смотри, там субтитры две бегают еще. Are you getting, how you doing? Что за... Бля, я вообще не слышу. А что, он дальше петь-то будет? Да все, закончили. Отлично, говорит, 95%. Я только хотел мотив послушать. Это было супер, говорит. Я только хотел мотив послушать, а он уже... С фоткой, говорит, сейчас я фотографом буду. Ой-ой, блин, смотри, что происходит. Попрыгаем, говорим, может не будем. Это мой город, говорю, живой женщине выебывается. Ты моим парням бы понравился, говорит, ты правильный мужик. Это наша корова, и мы ее доим. Бизнес есть бизнес, говорит. Подставляй очку. Успел бы им тогда вот что-нибудь это там из колхозной молодежи панкова. Помолоден лишь я. Ой, блять, нападение! Парки из кожи и был грязный костюм. Ох ты сука, блять, с ножом он пикает, арась. Смотри, там нигер хуярит, блять. Короче, надо это. Что-то я так подумал, надо засесть. Нигер. Может, кишовский концерт посмотреть там. Не знаю. Зачем? Просто. А
чисто подчил, чисто там так. Ты ебать размотал нахуй. Вспомнить всякое, вспомнить разное. Так, мы ебло размотали, мы поехали дальше. Сколько стримы идет? Полтора часа. Всего-то, надо 6 часов. Какие 6 часов, не сделаешь? Ну стримить-то 6 часов надо. Это не та игра, что 6 часов и стрим. Ну чё, нет, за 6 часов не пройдешь, нет? Мне GPS говорит, проезжать через полицейский двор, ну поехали. Опять микрофон. Братья ищут небольшой офшор, говорит, чтобы сохранить деньги, чё, блядь? Чё-то нам Нига про бабло затирает. Вот, и про концерт я говорил прям в это, в эфире посмотреть. Дурак, что ли? А чё? Где ты его собрался смотреть? На всех площадках? Да. Чтоб забанили нахуй сразу. Почему? На YouTube полно такого контента. Да-да. Тем более с кишом. Ничего. Ну, как ну... бы... Сериал, блядь, говёный сняли, блядь, там всё цифровой блядь, как называется, дистрибутация или как правильно? Они, ну, блядь, за те авторские права так выебут. Ну, ВК можно, я так думаю. Ну, ВК, да, посмотреть можешь. ВК, на Твиче, скорее всего, это тоже на Твиче можно, да, но не на Ютубе. Ну, на YouTube тогда не будем пускать. На YouTube можно будет урезанную версию просто, где эти права не прилетят, так сказать. Потому что на концертные записи зачастую редко как бы прилетает что-то. Ильян, мне телефон Ильяны дали, можешь позвонить, на свидание сходить. С Илюхой? Ты чё, из этих, что ли? Я экстремист, не блять! Нет. Это девка. Наверное. Я так думаю. Так, это не будем. Может, проверять не будем, блять. Быстрые деньги. Миссия следующая называется. А, не, быстрые девчонки. Быстрые деньги, блядь. Быстрые деньги, быстрые девчонки, да. Быстро деньги на девчонок. Потратил. Конечно. А, смотри, тут офис. А, вот тут офис какой-то у нас. У нашей главы. Бля, туда можно внутрь зайти, что ли? А, прикинь. А, ну, собственно, на этом все. На этом все закончилось. Дальше никуда не уйдешь. Дальше только на миссии. Так, тут я смотрю, красная банда есть, где-то надо их отпиздить. Вон тут свадебный салон. Вот там я там брали. Наушник спадает. О, но наушник, чё? Спадает, почему? Хуй-гай! Хуй-вай? Ой-ой. Гойда! Гойда? Гойда. Ну так, нахуй, блин. Пойду я обтекать. Да, что? Мне тоже надо. Ну, заканчивай тогда с этим. С игрой? С свиньями. Пойдем смотреть. Свиней? Не, обтекать. Сначала. Свиней. Смотреть. Ну, колбасу украинскую будем есть. Что это? На тебя напали, что ли? Я напал на очко кабана. Овладел им? Да. Пальчиком. И чё тебе Зелебовский сказал? Еще, пожалуйста. Не, он такой, он, да. Любитель.
щекотных услуг. Жареная утка. Дайте два. Хочешь жареную утку? Кушай, говорит, на здоровье. А у тебя как кряква живет там какая? Нет. А что, улетела? Не было. Вы что, не заводили на зиму в этом году? Ну, блядь, я, блядь, не корову, которую стабильно раз в год рожает. Так они же это там... свои эти... Ну, прикинь, было два утенка, выжил только один из них. Второго съели? Умер. И съели? Да не, в Урсе. Закопали. А что не съели? Во-первых, что там есть? Во-вторых, неизвестно, от чего он сдох. Может, от какого-то вируса. Болезни. От трихмоноза. Например. Ладно, пойдем в обтекатель смотреть. Пиздуй. Ладно. Ой, бля. Надо же это на зарядку поставить. Или он у меня на всю ночь на зарядке стоял? Чё-то не помню. Так, что там? Кто там? Ща. Чё-то я пиво даже не допил. Так, давай пойдем на задание. Посмотрим, что скажет. Кого трахал? Нихрена себе. Да ёп. Вэй! Братан! Чё, блядь? It's a trip, man. Let me tell you.
You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place. Ты когда-нибудь трахал знаменитость? Знаменитость? Ну, тут у вайшеншенец спрашивают. У меня только иностранки были. Украинки, что ли? Одна из них поляшка. Или полька. Или ляшка, как правильно. Меня послали трахать кого-то. Иди, говорит, трахни ее. Ладно. Я поехал. Поехал. Правда, непонятно кого. Будем надеяться, что не этого, не Леонида, или кому тебя там послали. Ленька. Под хвост долбит. Бля, башня чешется. Почешу. В чем проблема? Почесать всякое. О, пать, смотри, как он подъехал. О, вышел. Да. Спок. О, бля, смотри. Tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Я говорю, ждала Рики. Кто такой? Хочу повидать со своим парнем, говорит. Кого это? Рики Мартин? А я так и не помню, какая там иерархия у них. У банди. Так, нам эту девку с коры дают. Я говорю, Сандра. Вон она рядом села. Сандра? Сандра. Сандра. Бля, говорит, гоняй дохуя быстро. Вот охуел. Типа ее возбуждает скорость? Не знаю, сейчас начнет еще мастурбировать, наверное. Там автобус хуярит, а питховоз на фоне. Он не гангстер, говорит про парня своего, это девка. Там дед Сидорш должен тогда. Раз там гангстер зовут. Сидорш же у нас гангстер. Нига. Нига. I was at a party on Wallace Chung's yacht. That's him. Pull up. А что, не надо было гнать, что ли? Надо на гонку выбрать всего-то. Ты, блядь. Сколько всего часов прохождения занимает? 300. So Sandra says you like to race. How about it? Now if you win, I'll let you take the girls home. Ведьмак меньше занимает. Если победишь, говорит, можешь девчонок вести с собой. Ведьмак третий проходит. Девчонки и 100 тысяч ставка. Где-то за 170. Первый? Третий. Не знаю, не играл. Я тоже. Я во второй не играл. Первый чуть-чуть. Самую малость. Я попробовал поиграть, у меня не получилось. Первого? Да. Ты же его должен продолжить. Нет. Не буду. Так, тихо, у меня гонка. Но перед этим нам надо книгу прочитать в эфире, да? Ну, это твои заботы. Я-то читал. Я нет. Мы купили, вот так и вот, подробно там все про Ведьмака. Все про Ведьмака? И, по-моему... И его друзей. И его. Ведьмак и все. По-моему,
Кстати, насчет бестиария не знаю. Есть он там, наверное, должен быть. Смотри. А что это был? Бестиарий? Да. Этот. Про вот эту вот всех всю нежить, всех существ. А, понял, да. Чё там? А ты думаешь, что он в оригинале, что ли, сели? Ну, он в сборнике в каком-то был. Вот, по-моему, ко мне. Вот у Антохи как раз у него вот сборник есть, книжки там все. И там в том числе бестиарий. Здесь ну, я не знаю. Я-то здесь отдельными книгами читал. Здесь я не знаю, ну раз она такая огроменная, там все вот эти все книжки в одной, может быть и бестиарий. Не знаю. Но если нет, у Сашки, наверное, по-любому нужно. А нахуй тебе бестиарий читать? Ну, так тоже интересно. Про всякую разную нечисть, нежить и жизнь. Да не. Ну, пусть да. Не, что-то не хотелось что там читать. Про что, кого, зачем, куда. Не, книги достаточно было. Ну, хотя в книгах, наверное, все это, ну, описывается только постепенно, да? Ну, так, чуть-чуть есть. Ахахахаха! Хохоча в закат. Найдите, говорит, себе комнату и займитесь делом. Женщиной с этой. Копы! Сядь, машину Рики, а где машина Рики? Да блять! Ты чё, издеваешься что ли? О, но, говорит, это полиция! Это ж кто? Это кто? Рики Мартин или Энрико Глесиас? Глессер. Кто? Глессер. Глессис? Глессер. Да, там девка все плачет на машине. У меня. В экстазе? За нами шкопы, а вот она боится. Какой мразь, бля, оторваться не могу. Привязался? Ну давай, догоняй. Езжай в поле. Как в GTA. Съезжаешь с дороги куда-нибудь в поле, все, тебя не найдут. Не важно, сколько там звезд. 50, блядь. Ну хорошо же. А то в тот же четверке ты хрена оторвешься, пока из зоны преследования не выйдешь. А из зоны ты хер выйдешь. Ну, когда у тебя максимально 5 звезд, по-моему, нет. Я все пробовал там в ФБР машину угнать для чего-то. Для чего? Не помню. Чё, сука, мне поболтать не дали. Сиси, как её там? Сандра. Сандра, да. Багажник, блядь, словно открывается. Доставка, что ли, блядь? Дай, говорит, мой номер ему. Так, и там у нас два номера есть, с кем можно на свидание сходить. Ну, иди с этой, с Сандрой. Еще с этим, с Юлькой, или как там? Кто там был? Не помню. Задание выполнено. О, новую квартиру дали.
за какой такой заслуг? Номер телефона со Сандры улучшить. Так это вот эта кнопка, да? Улучшить так. Номер телефона, блядь, со Сандры. Так, можно атаки оружием ближнего боя на бегу. Атаки оружием во время бега, хорошо. Восстановление контратак. Вэй быстрее восстанавливается после неудачных контратак. Вот что взять? Интересно. Ну, да. Че? Лучше восстановление после контра вот так. Не знаю, он тут. Ладно, давай. Мы ж теперь не это не пешка в банде. Мы все серьезные люди, вон видишь, хата какая. Там в конце, наверное, ульта какая-то прикольная откроется, нет? О, Ильяна звонит. Алло. Ульяна. Катюшка говорит, пропала, 2 недели нет ее. Она ее нет визы, говорит, она не легалка. Так вот так прошло же, блядь, 2 дня, нахуй. Какой-то не знаю. Или он 2 недели спал, блядь. Это просто. Не Ильяна, это Ульяна. Не, чисто озвучка Ульяна была там. Это чисто что-то с переводом, по всей видимости. Так. Итого, что у нас? А тут что? Шаолиньский переполох. Пойдем, что ли? Шаолинь решил податься. Я не знаю, вон тут желтые задания какие-то возникают. Смерть от 1000 порезов. Ночь длинных ножей. Вот смотри, и мы теперь... Вот раньше мы вот тут были. До этого вот в большом городе. Теперь мы вот тут вот. Большой переполох в маленьком Китае. А потом мы вот сюда переберемся. И вот тогда можно будет думать о финале. Когда мы туда переберемся. Карта из NFS Underground 2, блядь. А я не понял, а Ульяну, Катюшку где искать? В итоге. Ну, позвони Сасандре, может, она знает. Так она это другая Сасандра. Ильяна. Я могу Ульяне позвонить и свидание назначить. Там твоя подруга попала. Пошли на свидание. Пошли туда-сюда. Новое дело доступно. О, походу новое дело полицейского. Хуя он шлем одел просто как шляпу такую. Опа, блядь. А ты как одеваешь? Двумя руками, наверное. А он такой, ху, блядь, как банку нахуй. Так, чтоб нам новое дело открыть, смотри, как далеко ехать надо. Так что надо такси вызвать. А я такси я вызвать не могу, надо такси найти. Зачем ты мотоцикл тогда взял? Я не знаю, надо ж до такси доехать, вот до этого, например. Тут еще десант! Найти, блядь, звездный. Вон, смотри, серпантины, вся хуйня, горы тут тоже. По горам надо поездить, там что-нибудь найти. Оленя забороть? Не знаю. Так, пожрать надо нам еще. Вообще, чай попить бы не помешало бы. Кто ты, рыбные фрикадельки с карри? Китайского поверчику. Я тут с карри, с приправой познакомился. С какой карри? Ну, карри есть же. Курица. Девка? Карри, блядь. Приправа. Индусная. Вот для курицы. Хуярш, охуенно получается вкусно. Курва. Так, давай. Ой, инспектор Тян. Тян? Нет, Тян это корейцы. А ты это Тян. Катен? Инспектор Тен. Вон, видишь, мы там расследуем. Это гребаный политик, говорит. Хотя, чтобы я очистила улицы.
Врать не буду, говорить. О, как раз. Русская официантка была похищена в гей-баре. В гей-баре? В KFC. Кей. Тук мой бэби эвэй, блин. Здорово, говорит. Инспектор Тен. А почему с ней нельзя на свидание пойти? С инспектором Котяном? Кэнди Тоун. А почему у них кондиционеры вовнутрь стоят? Ну как? То они что-то это отсюда воздух берут? Куда? Они наоборот это охла... это горячий воздух скидывают. Утеплитель, наверное. Обогреватель. Ну да. Фишболс! Хочешь фишболс? Болс? Дело похитителя один, сейчас поедем расследовать, да? Вот это дело. Нам же еще надо этот, ну, Лануар дохуярить как-нибудь когда-нибудь. Он у тебя не запустился. Так на семерке сейчас, я ж десятку поставил. Ох ты ж нихуя себе, блядь, уже пора, это, скоро Windows 11 актуальнее не будет. Бля, можешь машину купить какую-нибудь? Ну, а, бля, у меня денег нет все равно. Ну и ощутимо резче все работать стало. Вообще все, блядь. Удивительно, блядь. Почему так? А то, блядь, с семерки он собрался еще 30 лет сидеть. Как который и без этого десяток выжили, было, да? Не знаю, я вот, например, лично не вижу смысла на 11-й винде, в винду переходить. Сейчас нет абсолютно никакого смысла. Сейчас только под десятку все наладили, блять. А эти уже 11-ю хуету, блядь, выпустили. Так, возможно... На такси поедем, да? Да. Возможно, 11-й Windows — это эдакий аналог Висты в свое время, блядь. Ну, там жалоб нет, там с оформлением проблема. Вообще неудобно сделан. И вот у меня тоже как коллега, так сказать... Поставил, говорит, там режим HDR для винды сделали. Нормальный. Можно себе красок добавить на рабочий стол. Во-первых, там меню пуск, все по-другому, там интерфейс чуть по-другому сделан. Когда по петушиному, как у Mac, например, все у тебя посередине, снизу. Настройки не те. Ну, там туман внезапно поднялся. Ну, в общем, да, вот такие дела. Так, пойдем, сейчас пожрем и чай попьем сразу. Бауза, да, давай. Хочешь баузау? В зау? Смотри, хуйня такая в лапе. И выкинул. Наверное. Мне Эдвердисом тоже показался. Ля, чайный магазин. Бери пуэр. Вот я чай на рынке беру, да, там, к сожалению, пуэра нет. Он его жрать будет или что? Он глоток сделал, выкинул. Надо нормальный пуэр покупать, такой прям в брикетах, в фольге, блять. Блять. Мне любой пуэр нихуя не только. Чего от него кайфуют люди, хуй знает. Потому что нормально надо брать. Да я разный брал.
Я брал дорогой, я брал более дешевый, я брал со вкусами разными. Все оно и то же, кроме со вкусами. То, что они с землей поменьше отдают. Так, пошли расследовать. Поговорите с Ульяной о Катюшке. Какушке? Катюшка. Или Серушке. Нет, грибы есть такие, Серушки. Или Серушки. Как правильно. Алло. У Катюшки была постоянные клиенты, и парни говорят конкретно к ней. Че, обращались? Мистер Чанем говорит. Катюшка? Особые друзья у вас так говорят. Спасибо. Поговорите с мистером Чанем. А где? Поговори с ним. Ой, блядь, тоже. Негасю, всем привет. Чат. Больно. Эй, мистер Чен, где, блядь, Катюшка? Котопёс, Нига? Нига, отвечай, бля, я Вэн Жэньшэнь, сука, член Гуан Сун Цон Ти. Здорово, здорово. Ой, простите, да. Говорит мистер Шэнь. Как обычно, Чату Буль. Все у нас хорошо. Сегодня у нас Sleeping Niggas, да? Так это игра называется? Вэн Жэньшэнь и Сун Цон Цу Хуи. Меня уважают все тут, оказывается. Точнее, боятся. Вэй Жэньшэнь, не суй сюда свои хуи, блядь. Так ты сказал. Я тебя, блядь, банду называю, как она называется. Ты, блядь, это все уже год, как должен знать. Рассказать нам все. Какой банде он состоит? На кого работает? Покиньте гей-бар через задние двери. Не заходи никому в зад. Он, короче, и ты хули, говорит, выебаешься, я сухую синь, блядь. Вообще-то, хули ты выебаешься. А так, ой, мистер Шэнь, я аж не знал, я уважаю хуй свой синь. На самом деле. У меня аж уши гореть начали. Отправляйтесь в квартиру Катюси, она тут живет. О, сейчас пойдем на хату к ней. А как к ней пробраться туда? Она тоже так домой добирается через ящики. Паркуром. Там двери нет? Ну, как видишь. Приходится добираться вот так вот. Кстати, про паркур. Мы же проходили с тобой этот... Бля, не Getting Up, а как про бабу эту узкоглазую называлась? Дьер. Паркур. Не помню. А, этот... Ай, бля. Mirror's Edge. Саги, да. Да, Mirror's Edge. Есть же вторая часть еще, Каталист. Ну. Вот, ее же тоже можно за спидруин. Хотя бы за два эфира. Давай за один. За один? А, ну она в два раза дольше. Разыщите в квартире полезный. Ой, смотри-ка, и телек даже побили. У меня еще на спидруин записан этот, как он, сын Рима. Да? Да, который Райс Сону. Че ты Катюшку похитили, пиздец, как там мыльные фотки есть ее. Комп разломали, ну, нахуй монитор. Комп спиздили. А, не, он стоит, ПК. А еще дефектив называется. Сфотографировать документы на холодильнике, давай. Фоткать. Позвоните Тянке. Алле, Тянка. Котянка. Пробила номер, говорит, 5-5-5-0-1-15-14. Я тебе, говорит, перезвоню. Алло. Ярквайлай, рыбак.
Он связан с 18К, подозреваем делами там на побережье. Контрабандист, говорит. Он любит азартные игры, местечки. О, сейчас в казино поедем. Какой? Не знаю. В смысле, не знаю, ты же там это завидуешь. А он говорит, это, который Катюшку украл, это 18К, там азартные игры, говорит, любит. Нет, это мы не любим. Это нам не нравится. Катюшка. Так, Катюшка. Так, а что тут еще есть? Вон баба еще какая-то есть. Сейчас вообще обтекатель пойду смотреть. Охренел, что? Да пиздец. Это вообще пиздец. Да, не то слово. То есть мне теперь надо своими ножками обратно топать, да? Такси вызови. Ну куда, блин? Или что, я тебя понесу? Ну, ты можешь меня понести, да. Не. Сначала железо потягай. Чтоб еще мощнее стал. Мощь. Почтальон. Что, да, дальше продолжим на копы работать, да? Ты по сюжету да. Иди. Так это все сюжет. Да? Да. Одно без другого не работает. Ха-ха-ха-ха! Это ж тебе не драконья кость, блин. Хотя в драконьей кости я все побочки нахуй послал, мы там только по сюжету идем по основному. О, хуй знает, мы чё... Кажется, там вообще все проходим. Нет, если бы мы все проходили, блядь. Там это... Не 34. Ой! Реванш, Паша! С чем? С чау. Смотри. Вэй, помоги, говорит. Выручку ночного рынка украли. Стой, говнюк. Ой, чемодан проебал. Да, и я... Вот два чемодана сюда надо заглянуть. Вон сколько неохраняемых чемоданов валяется. А ты прыгать можешь по лестнице? Вот я тоже хотел бы, чтобы он прыгнул. Ой, блядь, смотри, как могу прыгать. Ну, видишь, догнал. Я вот тут проебался, то что я и сразу к нему в машину сел и вытолкнул ему. В итоге начали копу стрелять. А типа, хули ты охуел? А ты по нему пострелять можешь? У меня пистолета нет. Чё? Завершено? А сумку вернуть, блядь? А в прошлый раз что такое было? Или я его не до конца избил? А сумку вернуть? Чё? Да! Почему так произошло? Сумку спиздили. Сумку спиздили, ты, значит, его затаранил. И... А дальше что? Там смотри, на... смотри, прикол. Дождь идет, и он сразу зонды открыл. Это в дефективе так? Или это вообще было? Бля, по-моему, было. Правда, он бежит. То, что очень... зон через него идет. Это очень странно выглядит. Так, девка, дай мне ящик. А может он ходить может? Ой, я не помню. Там, нажать на Alt, там, нажать на Z, на X. Там, на Z надо нажать, да. На V, да. Ой, блядь, это что такое было? Что взорвалось? У меня аж гейпад завибрировал. Машина, наверное, которую ты затаранил, взорвалась. Я не знаю, но знаю игру. Блять, на игру тут все может быть. Ой, девки бегут. А ты проходил эти, как они? Сейчас мы играем в Sleeping Dogs, Watch Dogs, который. Watch Dogs, нет. Первый только. Второй петушиный и третий. Ай-яй-яй, эскалатор не идет.
Даже GTA San Andreas эскалатор ходит. Да, а тут не ходит. А чё он тут по прямой? Чё, тебе не пробежишь, что ли? А я не знаю, зачем туда эскалатор, блядь. Зачем так сделали? Триподио, Италия! Чиполлино, чип получше. Чипа что-то там было где-то. Чиподрача. Чиподрача. Дручабль. Не дручабль. Почему? Почему? Не знаю. А чё дали-то? Деньги? Брюки к костюму? 5000? А, я не посмотрел. Чё-то о, там смотри, дождь закончился и все зонты закрыли. А ты сбитый бегаешь теперь, блядь. Это он меняет так? Зонт на биту махнул? А можно... Блядь. А, вот так. Блядь, то есть... Ой, блядь! Нахуй ты его выкинул, блядь. Это хуйня, я походу в коп какого-то попал. Он тебя трахает. Не, теперь ты его трахаешь, блядь. Что за гачимучи, блядь, у вас там происходит? Да вообще без... Да, там чё, с камеры что ли стоял? Про что эта игра, блядь? Бля, по прямой от них не оторвешься. Вот в чем прикол еще. Хозяин переулка, блядь. Блядь, машину дайте мне! Блядь, как от них оторваться? Отрывайся, я пойду этот обтекатель гляну. Вот видишь, хорошо тебе. Надо запасаться подгузником. Морфий введен. Подгузник сменен. Осталось 3 подгузника. Вот это вот все. Как? Я не помню. Это в Думе было, в нашем. Записи есть? Дум. Не помню, пройден ли 3-й дум. Или нет. Я-ху-ху, бля! Фир точно пройден. И в машину внезапно откуда-то хуй пойми внезапно появилась. Держ 2 машины. Да. Иди давай, блядь. Выёбывается он тут сидит. А мы в парке не были еще, да? Где были? Най-най-най-най-най. Так, как тебе оторваться, а? Вот так, вот так. Мяу. Да вплавь-то вообще не пойдем. Гая, 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 у. Ой, интересно. У меня игра вылетела. Внезапно. Первый раз. Хули. Начал через окно выходить и все. Так, у меня ОБС должен быть развернут. Так, да-да, иди давай. Да, да. Что ей делать-то вообще? Ха, зато есть Антон. А, пойду тоже. Отойду.
Максим пошел по всякому, по всей видимости. А мы пока пообновляем разное. Посмотрим, что там как идет. Что куда идти? Трансляция в какую сторону идет вообще? Очень интересно. В подъезде по-прежнему какая-то хуета происходит. Не понимаю. Какие-то люди, какие-то дети что-то орут, что-то хотят. Ну, хорошо, что все хорошо. У нас здесь вроде не слышно. Это очень не очень вышло бы. Не знаю вообще, на какой черт мы еще и стрим на VK Play Live. VK Play Live нас настроили. Ну, за каким-то чертом. Алло? Алло. А почему мы назад не стримим? Почему на ВК плавлал? О, там ВК кто-то написал. А? ВК кто-то пишет. Не вижу. Я и вижу. А, все, я обновил, я вижу. А, там все же написано в названии Sleeping Dogs. Спящие собаки. Вот знаешь, что произошло, когда ты ушел? Да, короче, от копа же удирал, когда я зонтом попал кого-то. Вот я, короче, забрался куда-то там наверх. Думал, сейчас прыгну как. В итоге... Разбежавшись, прыгну. В итоге застрял. Нажал выйти. Он, короче, ногой в лобовуху... Короче, лобовуху это вынес. Как собрался выходить через лобовуху, и у меня игра вылетела. Я только смотрю на рабочий стол, не понимаю, что это было. И что, без ошибки просто? Без ошибки. Просто смотрю, сижу, смотрю на рабочий стол. Интересно. И вот я загрузился, у меня в руках зонт теперь. Дождик, наверное. По всей видимости. Сюда. А он его просто сложить и убрать в штаны не может? Он его обязательно вышвыривает? Это нет, он наружу может убрать в штаны. Вот так вот. Потому что тут в основном-то он на кулаках драка. Оружием тут миссиях только бывает. И ты можешь, конечно, найти оружие и спрятать его в штаны. Но где им пользоваться-то? Что делать? YouTube предлагает продвижение. Угу. Интересно, каким способом? Да, но оплаты из России-то нет. Ютуб сосет жопу. Мое мнение лично. Да. Вместе с ВК Плау-Лау и вместе с Рутубом, пока, сука, они не научатся делать как надо. Как мы предлагали. Да? Не, ну ладно. За синие галочки, конечно, спасибо. Да ну пошли нахуй. Ну как бы они... Ну вообще, мы же хотели эти российские площадки обсудить. Вообще. Когда? Ну как-то в Телеграме. В кружочках. О, погоди. Приоденься, Паша. О, видишь? Приоделся в доки. Я хвоен. О. То, что ты заходишь, например, на... Вот сейчас запустили на... Вот как раз VK Play. Приложение для Smart TV. На андроиде.
И ты заходишь в этот ВК Play, как он называется, надо смотреть, не помню. И что ты видишь там? Угадай. Твои предположения. Танки, только ты там видишь. Они там все оформлены как, ну, типично, как YouTube смотришь, да? Угадай, что не так, скажем, вот, ну, вот так вот сформулируем. Контента там говняного полно. Ты там видишь контент из твоей новостной ленты. А там могут быть какие-нибудь короткие мемы, блядь. Какая хуйня короткая. Из ВК, то есть ты видишь, что ли? Да, из основной страницы лента. Нет бы хотя бы что-нибудь отдельное специально сделать. Нет, он тебе все из этого говна предлагает. Я даже могу сейчас включить и посмотреть. Ребят, приходите к нам, мы вам расскажем и покажем, как это должно быть и как все можно сделать, чтобы все было хорошо. Найдите катер, говорит, сейчас. Пойдем Катьку на катере искать. Как почта для связи. Ой! Нормально. Ты видел? Ты нырнул. Я думал, нормально все будет. Он и на катерах же может кататься, да? На вот это вот этом все. Как оказывается, да? Так, у меня загрузился. Я сейф 10 тысяч рублей нашел. Загрузись-ка. Сиська. Сися. Вот. ВК-видео называется. Да. Куда открывается у меня ВК-видео? Вот, лента открылась. Рекомендованное говно, интервью опять с рекомендациями, говно всякое, тревел, технологии опять говно какое-то, он своего пидорасы тут всякие, рецепты, так, давай придем к подписке, например, вот подписки вкладка, ок, подписка, да, что мы тут видим, все из новостной ленты, русская рыбалка, 3 часа, сейчас буду Ты камеру-то поверни. Да мне потом настраивать все это говно. А ты все равно ничего не видишь. Можешь еще туда поднести? Тут клеточки видишь? Вот тут говно всякое. Вот. Песня одной группы тут. Русская рыбалка опять, потому что я на группу подписан. Видео от GamerGate. Опять всякая хуйня. Мафия первая из группы Незабытые игры. Как его там, на всякие старые игры выкладываются. Академик тут есть. Ну короче, нахрен мне во всем этом говне видеть то, что у меня и так в новостной ленте есть. Так это получается видео же просто, там же трансляции нет? И трансляции, трансляции будет, если он у тебя в записи опубликован, а лайв, не знаю, он поддержит, нет? Сейчас, погоди-ка, значит, это... я тебя не слышу пока, мне это надо провод переебать. Может это не их приложение? Да, чё? Я говорю, может это чисто приложение ВК-видео, а не ВК-лайв? Ну это специально для смарт-ТВ. Вот. У Рутуба та же хуйня. Но у Рутуба проблема в том, что там никто не грузит ничего. У него как приложение прикольное. Грузить-то грузит в качестве бэкапа такого, блядь. И то не все. Ну да.
Вот мы сейчас... На Рутубе смотрел стоп-геев. Знаешь же таких, да? Был я. Вот. И то они туда, сука, я единственное почти все, что у них смотрю, это разбор залетов-полетов, который... И то они не все туда грузят, не все выпуски. Я такой смотрю как-то, давно не было, уже 2 месяца прошло, да, думаю, вот на ютубе-то я на них вообще не подписан. Нашел, оказывается, аж целых 2 выпуска уходило. Ой, приложение тоже говёное, там управление, ну, такое себе. Ну, например, могли бы обратиться к пацанам, которые это... СТБ называется приложение для Ютуба. Обрати... Ой, у меня звукатер появился внезапно. Ну, короче... Ой, и пропало. Внезапно. А, вот. Для просмотра Ютуба приложение SmartTube Beta называется. Ну, SmartTube. Оно в бетке. И опять появилось. Вот они нормальные приложения делают с... Чё? По остановке катера, на яхте приехал, ёбаный рот. Зажмите Б, чтобы поставить катер. Ну? О, пошло. Охуеть. Там что-то мешает. Там лодка. И всё равно воду. Ничего. Давай как отсосим. Вот о чем я. Вот могли бы обратиться к пацанам, чтобы нормальное приложение сделали. Вон приложение. Сайт бы хотя бы для начала, сделали человеческим. И убрали бы нахуй все это телевидение ебучее. Говорили, обращайтесь, мы расскажем, мы покажем, как нужно сделать, что было. Ой, администратор девка у нас тут. Алло, здорово. Нет же, они не хотят ничего менять. Ну, блять. Да уж визит. Сидите в своем говне, блядь. Не, а меня больше, знаешь, что радует? Блогеры, которых на Ютубе заблокировали. Жалуются то, что на российских площадках нихуя нет. Ни зрителей, ни это. Ни денег. Интересно, почему? Вам не предлагали еще давно туда свои видео загружать? На тот же Яндекс.Видеохаб, например. Был хороший, кстати. Нам же очень предлагали хороший. Это дело. Ты думаешь, им не предлагали? Вот теперь увижу. Ох, там не платят, тут не платят. Ох, блять, да. Так. Дамы, готовы проиграть свои деньги. Кто еще проиграет тут, блять? Не, Яндекс.Хаб очень хорошая штука была. Там, ну, не, в... плевать на хуй Сунцзинь говорит. В плане функционала, там, да, очень много вопросов было, но они как бы взаимодействовали хорошо, там, в принципе, им что-нибудь напишешь, там, несколько, там, замечаний сделаешь, смотришь, там, это ведут, там, то ведут, блядь, вот, стрим нормально шли, блядь, канал функционировал, ранжировка хорошая была, блядь, там, за какой-то супер короткий промежуток времени, там, подписчиков уже 100 тысяч практически было, блядь. Так. В этом видеохабе. То есть все, и деньги платили, и все прочее. Нормально все было, блядь. Чё? И чё? А как? Округляешь это чё? Не знаю. Это нарды? Что это? Надо. А я не, блядь, вот там ты делал, тут хер пойми, какая-то игра.
Вот, потом Яндекс решил скурвиться. Сначала объединил все с Саном с Дзеном, а потом и Дзен нахуй проебали, блядь. Начиная с трансляции и всего прочего, да? Что происходит? Я не понимаю. Вы проиграли. Повторить. Я выиграю тебя. Правда, я правила не знаю. Я заскурился, да. Чё, нет, помянем добряка. Ой, смотри. У меня стрит 2, это первых. Я нихуя не понимаю, чё это. И шо это означает? Нахуй это нужно вообще, блин. Э, оставить. У меня стрит. Вот ставить. Ничего, я не буду сбрасывать, у меня стрит, я себя выиграю. По-всякому, по-разному. Ай. Вы выиграли 1000 тенге. Как выиграл? Почему? А у меня стрит какой-то был. Так, а это шо? Ну, гайте. Посмотрим, есть такой, нет? Вот, смотри, мне вот это надо. Вот так, такую же хуйню. Вот это мы сбрасываем. О, все, я выиграл. Если он сам не выиграет. А у него что? А. О, 1500 выиграл еще. У него Streets of Rage. О, они у блондинки начали разговаривать. Прикинь. О, это у Катюшки. Катюшка. Хочешь поставить девочку, говорит? Она не легалка, нет документов. Ладно, говорит, согласен. Согласен, давай. Давай ставь. Сейчас ты эту Катюшку проиграешь. Вы ставите Ульяну. А, это Илья, который Ульяну говорит. Попытайтесь проиграть следующий конг. Мне надо проиграть. То есть теперь тебе надо проиграть. В смысле проиграть? Я уже выиграл. Ой, опять что-то пришло. Там. Вот пиздоглазые. Че? Кто? Кто пиздоглазый? Видимо, эти. Директор завода 350, вот пиздоглаз. Видимо, про этих бурятов, блять, корейцы, японцев, пусть. Вы и женьшень, эта плачка. Да? Желтопузы, пиздоглазы, как угодно. Текущая ставка Ильяна. Бля, могли бы Ульяна записать, ёбаный Ильяна, сука. Вы проиграли, да? Да. Всё, ты проебал? Ну, мне надо было проиграть. Баби ещё. Давай, говорит, ещё сыграем. Может, говорит, близняшек выиграем. Проиграл девчонку. О, ей теперь звонит, скажем, что она проиграна. Потрачено. Или проебано. А, они уже кого-то приставили вместо этой девки. Прикинь, что происходит. Так вот. Ой, так, мне сейчас новую способность дали. Улучшение 9 уровень. Давай что возьмем. Подожди, не вижу. Сейчас так, повышенный урон от стрельбы в оружии заряжается боеприпасами повышенной мощности и будет получает увеличение убойной силы или ключ от багажника полицейской машины. Не, там дробовик будет лежать в багажнике. Дрободан.
Ну а так-то он нахуй не нужен. Сначала, наверное, урон надо, потому что дальше есть стрельба и много будет. Тогда да, давай. Убойный мощь, убойная сила. Вот, смотри, мы где? Вот тут мы. И таких мест пару штук, насколько я помню. Вот тут внизу есть. Мы, по-моему, на каком-то стриме в таком игровом притоне были. Там бабки, у меня минус 19 тысяч в статистике стоит. Мы там на петухах тоже проиграли немного. А, да, были бои петушиные какие-то. Да. Что-то там было. Там этот петушарий шпица побеждал сзади. Да. Шпицефил. Шпицеёб, скорее, блядь. Так, куда мы едем? В закат. О, смотри, тут остров какой-то. Сокровище. Он тут пристань, тут пристань, тут пристань. Это что за остров такой? Сходи, проверь. Я боюсь, сейчас. То, что оно это в задании будет. Ну и что? Чё, проверять теперь нельзя? Может, меня там отпиздят. Ты просто сходи, посмотри. Вот этот остров, насколько я понимаю, вот с этого задания. Зодиакальный турнир. Все равно сейчас. Я там был, потому что я только игру начал, туда пошел. Мне такой. Мне говорят, типа, я уже там всех переебал, вся хуйня. И теперь на этот турнир. А как метку поставить? А я метку сам не могу поставить, я только на маркер могу, уже готовый. Готовый маркер. Блять, туда далеко ехать. Блять, тут звук пропадает, звукатера, внезапно. Так вот, о чем я? Где-то был, где-то тебя отпиздили. Не, до этого. О чем мы говорили вообще? О всякой хуйне, блядь. Там наши не могут видеохостинг, вот че. Ну, это давно было. Это да. Не, могли же. Вот, Яндекс Видеохаб был хороший был. Ну, так я и рассказывал то, что там, в том числе у нас тоже все хорошо было, там за какой-то короткий промежуток времени 100 тысяч почти набрали по подписчиков. Да. А потом Яндекс, вот я уже говорил, то, что он скурился, объединили с Дзеном, потом из трансляции пошли нахуй на Дзене, и потом и Дзен пошел нахуй. Вернее, Яндекс сам пошел нахуй. Ну, Яндекс что-то продал все. Потому что, скорее всего, просто Дзеном руководили те, кто съебался в Израиль. Скорее всего. Я так полагаю, то что это они. Поэтому им пришлось продать этот Дзен проклятый. На таран! И да, раз. Бля, ты смотри, там вышки какие-то вообще. Юбисофтовские. Ай, не поворачивает баржа моя. Пизда, блядь. Ну, смотри, протрифтил, блядь. Че, бля, вообще пришлось бы еще пешком плыть обратно. А тут этого фаст-тревела нет? Нет, только такси. Вот смотри, тут катер какой-то есть. Интересно, а если такси на остров вызвать? А тут не можешь вызвать, тут тебе надо найти. А-а-а. Так, пристань. Мы бежим к другой пристани. Очень интересно. На этих островах мы рядом не на этом, по-моему, будем, когда нашего братка будут убивать. Джеки Ма такой был в самом начале. Пиздюк наш братан детства такой. Джеки Ча. Ма. Ча. Ма. Почему Ма? Потому что Джеки Ма.
Как кошкам, а? Вот. Его, короче, нырнул, это ж наш братан, самый близкий, там его в итоге ёбнут скоро по сюжету. Братан, братишка. Причем сделают это жестоко, как в Saints Row 2, там это одного нашего братана на цепях протаскали по дороге. Я не знаю, я не смотрел. Кого не играл. Не знаю, что можно. Я вообще не в один Saints Row. Saints Row охуенными были еще до третьей части. Еще до твоего рождения. Хотя тебе многие скажут, ой, блядь, с третьей части все охуенно пошло. Нет, вторая часть, она офигенно была. Первую не играл, да. И тут ни хрена. Нихуяшеньки. Поплыли, надеюсь, там катера не пропали. Так-то мы загрузиться могли бы. Как-то где-то. Там некуда. На картах. На картонках. На картах. На картонах, блядь. Так-то мы теперь можем приодеться. Раз мы в новом городе, на тут новые одежды. Скоро заканчивать будем. Блядь, еще нуля даже нет. Какой заканчивать? Нуль скоро будет. Я сейчас хотел посмотреть, сколько стрим идет. 2, так-то нам надо куда-нибудь сюда, потому что нам надо закупиться вещами для квартиры, приколами всякими. Сходи как раз под конец. А тут один магазин только. А метку как ставить? А, вот так. И вот это вот все. Хуй Сонь. Samsung Хуй Сонь, это. Samsung, блять. Наша банда называется. Блять, ты еще не удалил эту музыку, ебаную, да? Угадай, какую, блять. Ни уровень не снизил, ни музыку не удалил. Ну я бы, наверное. Я не могу. Бабл укладчик костюм. Спасибо за приятный субботний вечер. А чё он сказал? Чё вообще было? Подожди. Смотри, чё. А ты не слышал, что ли? Нет. Я тут Neko... одежду выбираю какой там. Neko, 1001 рубль. Спасибо, дорогая. Авторитета не хватает. Ёбаный рот. Спасибо за приятный вечер, за приятный субботний вечер и две вот эти вот ушки. Спасибо, дорогая. Спасибо. Обнял, приподнял, за щеку потрепал. Мне не хватает авторитета, чтобы тут покупляться. А почему так? Почему в этой игре тебе не хватает авторитета, чтобы купить что-то? Авторитет надо набивать, говорит. Пошли в другой город, сейчас купим что-нибудь. Приоденемся, а то голыми ходим. Ладно, хоть джинсы есть. Подожди, у тебя в каждом городе типа свой авторитет? Ну, тут магазины раз. Вот, я опять приехал, опять у меня авторитета не хватает, чтобы костюм третьего ранга купить. Странно. Пошла нахуй, сама не продаешь мне. Прям
достаточно странная игра, блядь. Я бы даже сказал, очень странная. Ну вот у тебя авторитет есть, за авторитет прокачивается, там всякие плюшки открываются, надо качать авторитет. Тут у меня браслет сейчас на 5, это ожерелье, жизнь, жемчуг, который буст 15% дают. Нам 18+, на Рутубе в Коречине. Я как полностью согласен. Потому что кто-то оскорбляет древних древнегреческих укров, да. Читаем 2.50 стримы. Ладно, ну до 3 часов-то мы по-любому догоним. До 3 часов посидим. Не, до 3 часов стрима, а не до 3 часов ночи, блядь. Я сегодня чё, он этот, энергетику, я и кофе пил, брал, и дома кофе попил, и энергетик попил, потому что я спал 4 часа. А ты думаешь, сколько я часов я спал? 4.5. Я сейчас посмотрю, скажу даже. Видишь, я пиво надеваю. А я отважного чая выпью. Длинная куртка коуральная прекрасно подходит к короткой юбке. Одевай, надевай короткую юбку. Нам надо костюм торговца собрать, чтобы купить машину какую-нибудь хорошую. Понял? Блять, а тут же брюк третьего ранга нет. Для этих самых. Зато есть ботинки для баба-укладчика. Я хуй знает, что это дает. Хуй дает. Вот, и вообще я еще замерзать начал. В футболке, между прочим. 24 карата золота. Покупляем, конечно. Потому что это ты ж играешь. Вот, а у меня температура на видеокарте 33 градуса, блин, всего лишь. Не знаю, майнер запусти. Биткоинов намайнишь. Да, на Родионе, блядь, самое оно. Чё, ругается на меня? А то у нас вон тут был один, все ноутбуки старые скупал, чтобы майнить на них. Правда или это нет, я не знаю, потому что нам это алкаш наш сказал. Верить ему. Лямузин, смотри-ка. Лямузина. Лямузин. Сука, где такси? Где такси? О, такси. Такси! Вези. Во, теперь нормально вроде раздуплил. Как ты хотел? 5557. Битрейт и 30 кадров. Че? ВК показывает. 6000 битрейт был. 6600. Ну, а ты звук плюсуй сюда же. А я не знаю, что там звук 120 килобит. 160 должно быть минимум. Так, отдай свою машину, братан. Теперь. Раз ты меня сюда подвез. А лучше 198. Ну, килобитов. Побит. Ну, у тебя 160 должен быть. Вообще, ну, рекомендовано как бы типа 128, но лучше 160. Это я как старый этот самый. Как старый дед говорю. Сейчас такое можно. Раньше нельзя было возьмать. Так. Раньше вообще, блядь, битрейт 1000. Это же что-то, блядь, нихуя себе. Как космические технологии, блядь, какие-то. Битрайт.
буквально 15 лет назад, блядь. Литерали. Там битрейт в основном 300-500 был. Все, 700 под потолок, 1000, что-то вообще сверхъестественное. Не все площадки еще держали. Я золото пролил. Ужас какой. Я же говорю, золото пробил. Бля, где костюм второго уровня? Это штаны второго уровня торговца. Ужас какой. Да. Все так и было. Все так и было. Тихуя себе, бля. Чихуя, нихуя. Хули ты меня сбил? Пошел нахуй, а давай машину. Сейчас пойдем. Бля, может у меня купленная уже? Так, ну... мне надо выпить омепразол. Зачем? Наверное, хапитол еще. Желчь погонять. Хапитол. Омепразол, ладно. От всего на свете. Ничего на свете лучше нету, чем сходить со света в оперету. Помнишь такое? Чё, да? Что? Красная плесень. Ничего на свете лучше нету было. Наш ковер. Поляна, конопляна, наши сосны, маки, великаны. Вот это все. Так, ну, заебал, надо круто одеться, наверное, да? Шоп. Да, круто ты попал. Мама, я в телевизор. Уже. Шо? Да. Шо? Шо? Ты 13 лет как? Так, что у нас там по времени там? Время детское. Пойду обтекатель гляну. Смотри, не оторви. Да, пиздец. Вот. И... стрим идти 3 часа практически. Поэтому сейчас будем скоро завершаться. Как раз сейчас посмотрю обтекатель, ты какую-нибудь хуйню сотворишь и будем... как-то с 3 с небольшим, пускай там 3.10 будет, обрежем туда-сюда, трешечка чистый выйдет на выходе. Я на набережную. Встретись с Ульяной неподалеку от причал. Братан, ты остановишься, я встречусь с ним. Да, да, да. О, может самого выйти. Ульяна! Опа! Я там что-то вижу. Yes. А, так это она же что ли будет? Катюшка, отведите Ульяну к Яркаилу. Можно, наверное, по-другому было идти. Брат. А вот как интересно.
А кого я сфоткал? Чё я сфоткал? Похуй нахуй, блин. Следующая точка съемки. А что, в смысле? 38 секунд, 34. Ёбаный рот. А ты что, успеть надо сфоткать их, что ли? А. Да ёбаный... Да поехали дальше. Вот тут магазин. Так, это первый город сейчас. А как мы туда попали? Езжайте в следующий точно. Так, мы тут все знаем. В чем прикол, блядь, от точки к точке ехать? Мы ж вроде как следить за ними обещали. Они ж по воде. Вот. Идут. А мы тут вон по трассе хуярим, блядь. Такси, пошел нахуй. Пропали. Там какие-то бабы, блядь, гуляют. Сука. В подъезде, блядь. Чё там у тебя происходит? Это? Я Ульяну потерял. Ты завис. Я завис. Это ты завис. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Шел нахуй. Все. Нет. Да-да. Я Ульяну потерял. Сейчас через 10 минут все пойдем. Найдите Ульяну, говорит. А можно мне пистолет, что ли? Нет. Ой, я нашел их. Они он, это, в клетке сидят, прикинь. Не он? Смотри, где деву в клетке заперли. Это унальное рабство? Че он такой грязный тут? Куда ты целишься, блядь? Куда? Куда? В никуда. В смысле, никуда? Так, девки, подождите, я там ящик нашел. Подождите, пока не... Я пока тут сейф взламываю. Никуда не уходите, пожалуйста. Ну, с этим проблем нет, Паша. Оставайтесь за решетками. Замерз я. А что делал? Чего делал? Ничего не делал, просто замерз. Надо этот обогревать его. Обогревашку включить. Вот. Но сейчас я не могу, потому что у меня хромакей сзади. Хромагей. Хромагей, да. Так.
Нахуй мне нож? Выброси его. Выброси, выброси. Надо не... Блять, дробовик, где мой? А где ты его спиздил? Вот он тут, дробаши лежат. А он может, как этот? Полуавтоматический. Винтовка. Это мы берем. Винторез, свинорез. А он может, как этот, Максим Пяткин с двух берет стрелять? Я чуть бабу не застрелил, хотел прицелиться, кнопку перепутал. Так, китаянка, китаянка, русской, русской. Ах, какие негодники. А взлом как в в мафии второй, да? Не знаю. Да. Я не помню, какой там взлом. Там взлом машин такой же. Ага. You're not like the others, Wei. There's something about you. You better keep low profile for a while. Wei is the most decent gangster. Смотри-ка, что происходит. Этих двух посадил на катер. А эти пошли своим ходом. А это Сассандра там одна? Сейчас, погоди-ка. Не Сассандра. Сассандра, они там по премиум леди. Смотри, как паровозит девка. Еще до 22 закончить. Ой, у меня ачивку дали, закончить все дела. Хуярит вип. Полицейская машина с турбонаду мне в подарок. С турбоугнетателем. Угнетатель. Турбо. Турбированный. Не просто угнетатель, а турбоугнетатель. Так, можно мне лодку какую-нибудь, а? Полицейский катер. Шатер. Шатер. Да. Смотри, морской десант сейчас будет. Морские котики, бля. Или выдры. Бля, хоть бы катер оставили, я там что-то мигающее просто видел. Я опять, блядь, к микрофону тянусь, нахуй. Ну чё, бля, а? Выёбываться будешь? На, блядь. А ты чё? Ладно, промазал. А ты чё? Чё происходит? Почему они не бегут? Что-то забагал. Они не могут забраться, да? Ну, забраться, на да, не могут. Ну, хотя бы убежали, у меня же оружие в руках. Это отморозки. Потому что оружие-то в игре редко встретишь. Так вот, иди да. Сохраняйся. Так, если это конец, как ты хочешь, а может мы вот сюда еще поедем? А что там? Смерть от тысячи борезов! А что это? Понятия не имею. Ночи длинных ножей. Еще есть шаолинский переполох. Это миссия, что ли? Что? Не знаю, он последний, где я так... На такой значок был, на таком значке был, это он в погоне было за кем-то. Я думал, последний значок, на котором я был, такой, у меня игра вылетела, блядь. Не, потом вылетела. И после этого вылетела. Или когда вылетела. О, братан, у тебя есть машина какая-нибудь, нет? Что происходит, блядь? Никого я не собираюсь стрелять. Убери оружие, спрячь волыну. Братан, у тебя машина есть какая-нибудь хорошая? Минивэн, мини-купер. Братан, я не березгаю умные машины, продай мне машину. Сука, уёбаешься что ли? Вон стоит какая-то. Я что-то не туда нажал, у меня все сломалось. Я другую угнал тогда. Пошел нахуй. Ну ты я говорю, там стоял какой-то. Субару Импреза.
Имбрезо. Катайской. Ховер. Мини. Мини ховер. Ховер. Давайте там нахуй подъезжать. Что-то я... В эфире-то это вряд ли слышно, потому что это... О, еще задание появилось. Знак вопроса? И очень давай лучше на знак вопроса поедем, да? Что за точка интереса такая? Смотри-ка, что-то происходит тут. Случайное пацаны, событие? Вам пацан с малыной не нужен тут. Случайное событие, что ли, тут? О, Игорь! На багажнике Игорь. О, в багажнике кто-то орёт, прикинь. Вот я и говорю, на багажнике Игорь. Ай! Гарольд какой-то. Сосандра? Из выкуп, говорит, не думал то, что заплатит. Спасибо, говорит. А это врачиха какая-то, да? Задание завершено. Всё. Лдана говорит, я никогда не думал, говорит, что Гарольд заплатит выкуп. Что произошло? Украли кого-то. Ты как встала и пошла. Ну окей. А мне, по-моему, денег еще за это дали, я что-то не посмотрел. Ну, хинкали тебе отсыпали какие-то. Ну, авторитет плюс, да. Вот, я сюда ехал. Чё? Вэй, бандиты из 18К проникли на нашу территорию. У них отравленные ножи. Пришло время показать себя, сука! Ой, пизда. Ой-ой-ой. Сейчас... Блядь! А чё у тебя золотой тесак? Ты смотри, как меня кроет нахуй! Да? А откуда у тебя золотой тесак-то взялся? Я не знаю, меня выдали. Вот. Вон и чё ниндзя сколько. Смотри, меня кроет нахуй, отравлены ножи, ебать. У тебя авторитет там что-то повышается, понижается. Вон, смотри, и... там Дуки удроит, это Вован наш играл. Это а проходил. А что значит минус 20? Минус... Я понятия не имею, блядь. Где ты это видишь? Слева. Может, тебя тоже кроет? Слева там было написано. Или это в очко триад. Это плюс. Это плюс. Противник нейтрализован. А чё их так много? Я не знаю, вон еще 30. До 30 надо добить. А где счетчик-то? А, вы за моим еблом. Ладно, ходит, тесак не ломается. Сейчас подвинемся, посмотрим. Я б тебя отодвинулся тогда нахуй, блин. Нет, в другую сторону. Думаешь, это видно будет? Бля, счетчик убрался. А, во-во-во. Ваш счет 3. Текущий рекорд 30. Duke of Detroit. А, Вову. Да, Вову играл. Типа тебе надо... А, бля! Тебе побить рекорд надо, что ли? Ваш счет 4, блядь. А я, кажется, сдохну нахуй. Да. Реген не работает. Ой, все, отравили. Нахуй. Да. Реген не сработал. Реген ХП. Они же отравленные, поэтому реген не работает нахуй. Вот так вот. А что, не спит? Перезапускает, что ли? Каждый удар ножом усилит эффект, говорит. А ты это, у ворота есть какой-то? Гениально, Паша, как я не додумался. Пробуй еще разочек.
Будем не, Паша, пройдем всю игру причем. Не, ну ты можешь сидеть, а я спать пойду. Не, а кто завершать будет? Отмелся. А оно само завершит. Да, конечно. Ты сам можешь зайти и завершить. Блядь. Не, у меня пароль нет. Ах ты сука, блядь! Пизда, дешевая. Портовая шлюха, вы. Все, я сдох нахуй. Можно даже не пытаться. Как Вова тридцатку наколотил? С бессмертием, что ли, блядь? 15 тысяч забрали за это. Забрали? Да. Ограбили просто, нахуй. Больница. Что же блять, сука! Кто-то застыли каменные стены подземелья. Слышны повсюду крики, ужасы и плач. Шептал под нас себе мужик, дрожа с похмелья. В моем лице теперь у Бога есть палач. Седой монах с крестом и в черном одеянии, спустившись с факелом в темницу, произнес: все, кто здесь есть, должны испытывать страдания. Я слышу Бога, страдания. Он желает ваших слез. Ну какие-то стихи душевно больны, то кто-то пристал, не знаю кто. Нет, не брат, это из альбома Северный, блять, это Бунт на корабле. Так я и ты о том же. Киша как раз этот инквизитор. Так и я о том же. Ненавижу смех. КВТ, да, спасибо, пятихаточка. Спасибо. Я понял, наверное, еще к чему это. Да. Я сам прочитаю. Можно чай видеть. Вот, но я понял, к чему это. Мы же это, Брадонте же к инквизиции идем, да? Брадонте будет. Я помню, потому что мы хотели. И Максим, самый главный, Максим хотел Брадонте закончить. Потому что ты заебал с ним, надо заканчивать. 3 года не можем закончить. Ничего. Он вышел в 21-м. Видишь, а ты уже заранее должен был. Закончим Бороданте. Вот, я понял, будет. В итоге. Я предлагал не расхуяривать на 100 игр сразу, а сразу, чтобы закончить одну, две там. Но у нас и нет 100 игр сразу. Ну ладно, 50. Даже 50 нет. Мы из ПП некоторые концы подобрали уже. Так, где там донейшн прочитать-то, блядь? Горшок разминался. Ты сохраняться идешь? Нет. Иди. Зачем? Потому что будем сейчас заканчивать. А такси найти? А? Такси найти надо для этого. Давай. 4:15 уже. Вот я тогда, может быть, даже вставлю. В кого, блядь? В кого? Меня что? Нет, в тебя не буду. Мне есть в кого. Ладно, я это запомню. Вот как Бороданте будет, как раз инквизитор, наверное, вставлю. Застыли каменные стены подземелья. Слышны повсюду крики ужаса и плач. Шептал под нос себе мужик, дрожа с похмелья. В моем лице теперь у Бога есть палач. Седой монах с крестом и в черном одеянии, спустившись с факелом в темницу, произнес:
Все, кто здесь есть, должны испытывать страдания. Я слышу Бога, он желает ваших слез. Там... Инквизитор. Ненавижу смех. Флотский хутя. Тяжелая думка. Кому, кстати, понравился бунт на корабле, также зайдет еще Тень Клоуна. Там тоже половина альбома такого тяжеленького, половина лирического. Ну, потому что все-таки князь тоже 50% короля и шута. Даже да, несмотря на то, что он мудак. На-ра-на-на-ра-на-на. Грохочет. У нас есть 1 000 000 бачей, можем купить машину, хочешь? За 1 000 000 хинкалей? 650 000. Давай закругляться, иди сохраняйся уже. Не? Я не буду. Че, сохраняться не будешь? Ты хочешь опять все с нуля? То есть получится стрим не 0-0. Точнее, у нас был 0, потом 0-0. Сейчас что будет? Минус 0. Минус тогда 0, было 0, из-за 0, того, что ты уговорил меня жесткий диск вытащить с компьютера. Зачем? Что в деревню с жестким диском поехать. Зачем? А я не помню, зачем ты уговорил меня так поступить. Я тоже не помню, зачем. Так. Давай заставку. Погоди, надо закупиться для квартиры, ёбаный рот. Там мышка. Да, я знаю. А где карта всякий закуп? Улучшение интерьера квартиры. А можно на карте, блядь, указать, нет? По всей видимости. Напротив продавца автомобиля чуть правее. Вот, я рядом. Хоть рыбу купим. Квартиру. Зачем тебе рыбу? Шо, а не знаю. Зачем? Да иди нахуй, Стим. Чуть правее продавца машин. Вот тут должно быть говорит. А, в смысле? Куда, блядь, чуть правее? Вот сюда, что ли? Чуть правее. Куда? Да вообще за 3 пизды уехал. Чуть правее, блин, продавца машин. Или вот это правее имеется в виду. Охренеть. Это право. Рыба, кто-то с кем-то действительно может... Кто? Не мы, ты строитель. Кто-то, с кем действительно можно поговорить. 850 рублей. Поговорить? О, рост ратуры, говорит. Большой, очень яркий. Аквариум, ничего там. Купить, конечно. Ла-ла-ла. Блять, я закрыл. Урвался. И чё, ну, можешь рассказать пока, когда следующий стрим там будет? На неделе. Серьезно, что ли? Ох ты, господи. На какой? На следующий. Ну, вот врёшь же. Мне бы Бороданте сделал. Не, у меня Сашка в деревне в понедельник просто поедет. Ну, мне своими делами нужно позаниматься, в том числе в военкомат съездить. Зачем? Меня аж вызывали. Ну, кто тебя вызывал? Не знаю, смс-ку прислали. А ты уверен, что из военкомата? Да откуда, блядь? Из суда. А я-то зачем там? Чё? А зачем ты в военкомате? Сейчас приехали на полицейские машины в петухов поиграть. Давай. На кого ставим?
Есть Леон Хван, 3 победы. Есть Чой Тай, 5 побед. За кого ставим? На кого? Давай на Шайтана ставим. Шайтан который? Черный? Какой у них? О, да, черный. Давай на Шайтана ставим. Сколько? 100 тысяч. 100 тысяч на Шайтана. Давай! Ой, бля, пизди его, нахуй! За жопу укуси! А им управлять пизду, нельзя? Пизду, бля. Это все, проигрыш. Им нельзя управлять? Нет. Это ж ставки на петушиные бои. Какой управлять? Смотри, он сосет, нахуй. Ну хуй его знает. О, нихуя себе! О, выиграйте просто... 50 тысяч долларов за один петушиный бой, мне достижение дали. В смысле 50? Ты же 100 ставил, блядь. Ну, я превысил лимит ачивки. Он до сих пор считает, сколько выплата. Ну да. Люкан. Им... Да, в натуре он ж Люкан, блядь. Люкан Квин. Чего там, 200 тысяч? Вон, где мои 200 тысяч? А комиссии где? Комиссии не взяли. Как выгодно. На полицейской машине подъезжать. Поехали. Давай домой. Сохранять. Блять, вот мы с тобой не взяли ключ из багажника. Могли бы сейчас дробаш достать. И вон там на карте красные чуваки были. Расхуярить их с дробовика. Ну ладно, еще дадут этот, как его, очки-то. Навык. О, драка тут. Не, драку не будем пока что. Это типа случайное событие, что ли? Нет. Драка! Ну, с Ирсиренами были же, участвовали там. А, это парковка, что ли? Ты нахуй выпал просто, блядь. Нахуй, о, нихуя себе, сразу домой входишь. Просто с улицы, да? Хуй занесень, да. Ой, вот сейчас бы вот так вот сделать, типа, не знаешь. Ну вот, все, давай заканчивать и смотреть обтекание. Чё там нихуя не смылось, всё жёлтое осталось. Пошли кончать и смотреть обтекатель. Кончать в другом месте будешь. Вон, я рыбу купил. Смотри, плавает. Такой себе, конечно. Детализация моя почтение. Просто жопэк задники натянули. Я бы сказал жопэк. Жопэк, да. А, понял. Так ему сохраняется вот так вот. Как? А там автосохранение было, наверное, записалось. Ладно. Короче, сохранились. Так, стрим идет. У нас 3.25. На выходе где-то 3.19, 3.18 выйдет. Может быть 3.20. Да? Да. Нахуй. На недельке увидимся. Бороданте дальше похуярим, почитаем. Беседуем о разном, о всяком. Вот. Дальше что-то еще может быть. С учетом того, что еще бы не правильно как не подавал. 35-й. Эксоду солнце.
Экспансия тут подъехала. Максим там еще Saints Row хотел первый из шайтана. Ящика. И по старенькому пройдемся, и по более-менее новенькому пройдемся. Посмотрим, что к чему. Вот. Так что. Чё? Кто старенький? По стареньким играм пройдемся, и по новеньким играм пройдемся. Еще по интерактивному кинчику пройдемся. Ещё ну, когда нас... закончим с Докс и Бараданте. Да. Вот после этого пройдемся. Я тебе до этого не разрешу это делать. Еще бы Сан Андреас неплохо закончить. Кто сосал? Было бы. Закончи. Че ты не закончил? Я надеюсь, я бэкап сделал сохранение. А ты о чем вообще? Я про Сан Андреас. Уход я ж за растениями у вас дома, говорит, купить. Я ж винду-то переставлял. Я вроде что-то перекидывал, а может быть что-то не забыл. Поэтому будем посмотреть. Ладно, господа. Спасибо за внимание, спасибо за донат. Там что-то накидали тоже хорошенечко. Что всем спасибочки, всех обнял, приподнял, зайчику потрепал. Увидимся на неделе. Я надеюсь, ничего не случится. У меня просто, ну, я тоже свои дела надо будет решить. И я думаю, в какой-то момент все-таки еще и пострим. Вот. Засим все. И всем всего. Или Максим еще не думает заканчивать. Я купил уход за садом. Мне, походу, папоротника сюда посадили домой. А за рыбой кто ухаживать будет? Не знаю. И что такое? Нихуя себе, тут пустое место. Тут, наверное, диван какой-то должен быть. Че, все, что ли? Закончили? Сдаешься, я... Паша? Да. Ну, спать хочется. Зачем тебе спать? Я же хотел сказать, сколько я спал. Сейчас, бля, посмотрим нахуй. Давай. Только не показывай, сколько. 9! А 10 часов. Нахуя себе, блядь, 10 часов. Ну, блядь, суббота я до часа спил. А вчера я уснул нахуй. Я лежал, как обычно, курил кальяна, просыпаюсь в 6 утра, уже второй день подряд. Угли сгорели, все, хуйня. Жопа горит уже от углей, да? Нет, угли хули сгорели, все. Вот такие дела. А ты во сне, что ли, куришь, блядь? Ну, я телек смотрел, лежал. А вчера я вон, что там, даже не успел видео включить, уснул. Жуть какая. Да. Да. Вот так вот, да. Всё, я, в принципе, уже свое это слово сказал. Да, серьезно, что ли? А что сказал? Попрощался. Все, что хотел, сказал. Вот ты охренел. Да, теперь я, да, должен. Усё, торщи. Пива нет. Надо налить. Прощаемся с вами до вторника, среды. До недели до этой как-то. Ой, что-то серьёзно, что ли? Почему до вторника? А, ну, может быть, да. Может быть, до вторника, кстати говоря. Будем бородантить. Заканчивать эту хуйню. Может, мы проиграем все сразу и все закончится. Не, если мы проиграем, будем переигрывать. Сам переигрывай. Сам буду. В какой-то момент... А, блядь, а мы же без сохранения, без всего же играем-то, да?
Да. Мы ж хардкор. Ебаный рот. Значит, если сдохнем, значит, так и надо. Не, ну мы достаточно далеко прошли. Я скажу, блядь. А я вообще не помню, что там было. Мы поступили учиться. Учиться, да, куда-то поступили. А, у нас еще смерть. У нас еще есть континиумы там. Блин, мы же один раз только подохли. А там какая-то хуйня была, то что все, нельзя было больше подыхать. А, ну это на костре есть, сожгут. Ой, все, ты сломаешь. Ну да. Все, упрощаемся. Да. Всем спасибо. Пошел всем. Нахуй. Да. Ты попрощался уже. Хорошо, да. Джамбо, братья, до следующего эфира. До свидания. Чё там пьёшь? Чё там пьёшь? Чай. Ободряющий. Чё-то не похоже на чай. Виски? Ладно, чай. Самогон. А вот так сделай на хромогей. Как? Вот так. Что ты думаешь, он зеленый, блядь? Ты без стакана держишь. А, интересно, а чё это он его срубил, блядь? Все, я переключаю и прощаюсь. До свидания.